Итак, порядка 10 минут мы подъехали к администрации. Ну, сейчас пойдем общаться. Слушайте. Вопрос в другом. Отсыпали водоем, это хорошо. Сейчас-то, по идее, повестка совершенно другая. Давайте по нашей повестке. Какие мысли будут? Есть? Что? Что, дорога? Что, переходный вопрос? Чего? Когда он, вот это, какой был переход? Как он происходит сам по себе? Потому что очень много людей, которые болеют. Хорошо, единственный выезд. И как они будут по дорогу через верх? Это нереально просто. Если будет трасса, будет машина. Поставят сюда форму, и все, и приходили дорогу. А с кем вот пришли из Москвы или из области, заехали. Тут нет, вот, нет, вот здесь. Вот здесь. Ну, нет, получается здесь. Два заезда. Здесь первый будет перед трассой и выезд за трассой сделают. Второй здесь. Но надо понимать, что он откроется плюс-минус в районе метро, да, когда будет открываться. И здесь еще будет идти стройка наверняка какая-то. Так что у нас здесь, он будет там к 2020 году. Транспортно-пересадочный узел. Это означает, что будут иногородние автобусы. Это означает, что люди будут приезжать. Это все будет с ними, а также прочее. И здесь не проедешь вообще. Вопрос в другом. Вопрос в другом. Вот это проедешь, не проедешь, будет в далеком будущем. Да, если мы говорим про ближнее время, то мы сейчас придем к тому, что здесь началась стройка, а и выезд закрылся. И что, мы останемся вообще с одним въездом выездом? Причем это даже не выезд, здесь выехать нельзя. Вот об этом сейчас надо поднять разговор. Вот этого выезда не будет. Он здесь нужен, необходим, обязательно. А мы будем перебираться сюда, вы же приедете, вижу. Ну, разработчика не будет, он на совещании. И что тогда собрались? Собрались? Разработчика нет. Поговорить о том, что мы можем здесь еще свои предложения внести. Все. Вот в это. Разработчик. Мы свои предложения, что мы видим, на наш взгляд, что чтобы надо это сделать. У нас же есть предложения. Мы же даже так, в целом основные. Давайте говорить о том, что те предложения с этим как-то они. И по улице, Федосина. По улице Федосина? Вот. А через полгода все начинается срок? Через полгода срок уже начинается? Значит, все еще начинается. Все начинается. Значит, 17 год метро. То через полгода мы здесь замкроемся. Вы нас тогда не поддерживаете. Значит, вы поставьте себе с производства работать. Федосин, насколько понимаю, вот она у нас свежевая, а это свежевозводящаяся. Почему не серьезно? Сегодня взрослый, человек. У меня возникает вот на этой схеме, да, основной вопрос следующий. То есть нас на данный момент интересует вот этот кусок, вот эта инфраструктура, в точности детская и взрослая поликлиника, которая у нас пока не строится. Вот это нам основное. Причем основное в том числе и в пешей доступности, чтобы мама с коляской могла дойти. Да. Да? Мама с коляской погуляет, часочек, ну, свежим воздухом подышает. Да. Ну, я, к сожалению, не знаю, как вас зовут. Да, мама с коляской могла купить квартиру в этом доме, она гуляла бы ровно одну минуту. Да, она купила здесь. Ну, извините. Да, разговор идет про то, что мы сейчас, да, должны. Еще раз. Вот, мы должны, чтобы мама далеко не ходила, где-то вот здесь получить поликлинику. Ну, это не относится к трассе. Мы сейчас обсуждаем трассу. В трассе у нас на данный момент очень важно оставить здесь
пешую доступность к поликлинике в связи с тем, что нашей нету, а пешая нужна. Далее. Все остальные, вот кроме вот этого, да, доступности не интересны, за исключением станции Мичуринец. Потому что пешая доступность Зельгрос, ребят, ну это смешно. То есть пешая доступность Зельгрос, это ну чушь, она не столь важна. В этом случае, если мы оставляем здесь пешую вот доступность и получаем всю необходимую инфраструктуру в дальнейшем здесь, да, вот здесь мы можем прийти к тому, что надо делать одностороннее движение. По той причине, что улица Анна Ахматова не позволяет проезду автобуса. Просто невозможно. Разъехаться легковые не смогут. Нужны односторонние движения. В этом случае каждый дом рядом с собой сможет иметь плюс-минус, да, нормальный доступ к автобусной остановке. Потому что, да, там, дойти отсюда сюда, ну да, это классно. Отсюда дойти уже гораздо сложнее. А, для автомобилистов, да, ну, попасть на трассу, ну, там, не здесь, а там, это ну, не столь сложно. Это 2-3 минуты, это не страшно. Доступность можно дойти сюда, машина не так важна. Главное, если дошел, приклинить, то нормально. Да, поехал, согласен. Сел, да уехал там, куда там тебе надо. Но он только в сторону. Соответственно, нам нужно на вот эту дорогу все равно получать выезд. И если его будут делать в ТПУ, то ТПУ захлебнется. Туда пойдут пешком, туда поедут автобусы, туда поедут маршрутки, туда поедут машины и те, кто хочет попасть на эту трассу. Все, он сдохнет, не начавшись. Я не верю, что его сделают так, что будет все хорошо. По этой причине. Например, очень удобно, да? Мы выезжаем с микрорайона, нам делают маленькую дорожку за трассой, за заправкой выезд. Да? Попадаем на Боровку. Попасть сюда очень несложно. За Зельгросом мы получаем возможность попасть на дорогу и пойти вот таким вот образом. Это небольшой ключ. А вот попасть туда, отсюда, получается сложно. Поэтому где-нибудь здесь надо иметь возможность на нее выскочить. Зачем для того, чтобы попасть туда, через весь район? Куда? Куда? Я вам объясню. Я вам объясню. Все до безобразия просто. Потому что езда на автомобиле до этого места займет максимум 3 минуты. А если мы начнем попадать здесь, здесь, здесь и здесь, то мы получим хаотичное непонятное движение непонятных людей на машинах, которые будут все блокировать. Автобусы, маршрутки, пешеходные какие-то дорожки. То есть, по этой причине мое личное мнение, мое личное мнение, отсюда, сюда, 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 сюда и сюда, доехать сюда на машине, это 2-3 минуты. Это гораздо лучше, чем доехать сюда за полминуты, но сделать помеху автобусу и прочим автомобилям. Извините, вы представьте все. Да. Вы тут нам все объясняете. Ну, ко мне никто не подошел, не сказал, меня там зовут Вася, Петя, ну точно так же. Ну, а я должен представиться. Меня зовут Михаил. Я вам объясню. Мы так слушаем, ну, объясню свое личное мнение. Хорошо. Да, из того, что я вижу. Я вижу эту трассу, если мы на нее начнем делать, для того, чтобы водитель за полминуты добирался, мы получим пробки и проблемы. Водителю отсюда вполне можно туда доехать. Это небольшой крюк. То есть здесь район будет вот сюда выезжать, если он. Нет, поедет. Еще раз, мы говорим да. Не про Федосину, не про Лукинку, не про Боровку. Мы говорим про Северо-Бутовидного. Как она там называется? Нет, как СБВ. Как району выезжать на эту дорогу? Как району выезжать на эту дорогу? Да. Но вот мое мнение, что где-то в этом куске мы должны получить заезд для движения налево. И в этом куске мы получаем заезд движения направо. Почему в этом куске нельзя заезжать налево? Это будет проблематично поворачивать налево. Это будет опять бутылочное горлышко. В общем, это не проект, это непонятно что. И не одно. Вот здесь, какой-то... вот здесь у вас, вот здесь, вот к этой точке, вот к этой точке, здесь неэтично нарисовано, здесь подходит 6 полос. 3 туда и 3 обратно. 4. А потом какой-то ужас. А здесь 4. Да. Ну вот это первое. Второе. Раз дорога. Два дорога. Три дороги. Это 35-й год, это трамвай и трамвай. Да хоть нет. Вот три и трамвай, 4. Но 35-м мы еще застанем. Ну вот, значит, наверное, хоть 35-й, хоть какой, не важно. То есть посыл изначально, извините, какой паршивый.
есть вот трасса, которая обеспечивает, и ширина у нее достаточно, и все. Вот выбросить этот кусок, сколько, извините, конечно, бюджета, конечно, пойдет денег. И вот здесь, вот на этом месте, будет как раз развитие, частичное развитие инфраструктуры. Безумная расточительность. На каком месте? Если коротко говорить. Вот на этом месте, вот, вот который занимает, скажем, транспортные пути, которые здесь, ну, не нужны. Зачем? Здесь, туда-сюда, здесь, сюда, здесь, туда-сюда. А? Потом, правда, почему? Потому что не хотят. Потому что надо осваивать бюджетные средства. По всей видимости, я другого не вижу. Потому что разумного объяснить разумом вот это вот построение нельзя. Которое, скажем, замкнутое. Как вот отсюда выйти, вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот. Правой рукой чешем левое ухо. Отсюда? Отсюда. Вот, чисто технически. Если... Чисто технически. Вот. Зачем? 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 Вот, вот мы едем сюда, попадаем на круг и едем. Вы сюда проедете, у вас здесь ТПУ, молодой человек, ТПУ. Это уже пробка бешеная, это ТПУ. Вот это ТПУ, транспортно-пересадочный узел, со всеми своими прелестями. Великолепно. Как вы здесь поедете? Мы берем и сдвигаем ее сюда. Как здесь опять-то поедете? Да, то есть мы говорим, ваши слова, мы сдвигаем все это дело сюда. Не сдвигаем, а убираем вот этот куда? Сектор. Куда? Убираем вообще, он не нужен. Ну, куда? Ну так все же, так это все остается. Вот, причем по три полосы спокойно делается. Три полосы туда-сюда. Вот, пожалуйста. И сюда пошло, и сюда пошло. То есть мы берем и убираем целую улицу. И убираем, и не улицу делаем. И не улицу. Мы ее не допускаем, ее строительство, а не убираем. Она что, есть у вас в собрании собирается? Ее нет. Не это в данный момент, Федосина. Но вы говорите, ее нет. Вот этой улицы у нас с вами нет, вот этой дороги нет. Мы не даем ее, так сказать, этому маразму развиваться дальше. То есть мы берем, убиваем Федосина. Почему убиваем? Ну, я почему не знаю, убиваем? Почему мы убиваем. Потому что с Федосина есть заезд к поликлинике, выезд от поликлиники. Мы, да? Открываем возможность, вместо того, чтобы перепрыгивать несколько дорог, делаем одну. И, пожалуйста, любой проект. Нет, ну вы двумя словами объяснили то, что это безобразие просто. Объясните это тремя. Это говорили, уважаемый Александр Константинович, еще тогда на уровне, когда делали красные линии, что ничего не сделаешь. Постоянно мы говорим, что ничего не сделаешь, ничего не сделаешь, ничего не сделаешь, ни на одном уровне. Или говорят, что будет потом можно будет сделать. А вот в данный момент что делали? Говорили. Кто говорил, что потом можно будет сделать? Ну, во всяком случае, внести все вопросы, потом внесут изменения. В всяком случае, с этим проектом. А скажите, пожалуйста, школа интернат, она как? Она как плохо. Детям дышать нечем будет. То есть, да тут пожарной машине есть сюда сдвинуть, будет некуда выехать. Я просто... Умрет просто, там не сможешь ничего создавать. Школа-интернат. Нет, я к тому, что каким образом собираются... А каким образом собираются решить это? Здесь вообще, вот эта вот часть, она не нужна. По идее, вот отсюда вот набором, и вот она пошла. На дублер на все дела. Зачем проводить по-живому? Не нужно. Через жилой район, через людей. Абсолютно. Через эту говорю. Вот, трасса выделена, есть. То есть мы убьем Боров. А кто сейчас за эту дорогу? Кто, мы кто, убьем Боров. Человек, сказал, не убьем Боров, что сделаем. То есть, вот. Объясните мне, да? Вместо того, чтобы построить отдельную дорогу, которая будет отдельно брать дополнительный трафик и пускать его там, да, то есть трафик, которого не было, пускать туда. Где нет, мы возьмем трафик, которого не было. Значит, и пустим на существующую коробку. Я вам поясняю маленький нюанс, чтобы вы понимали хотя бы чуть-чуть. Давайте. Если вы соображаете. Значит, вот здесь, вот на конце этого трафика, у нас с вами эстакада.
через Киевскую железную дорогу на Можайское шоссе. Двухполосная. Одна машинка идет туда, другая сюда. Поэтому функции трассы СБВ, вот эта, с хорошей проходимостью, она не может нести. По определению, потому что она приходит в запор. Запрограммированы. Эту самую делают, одну полосу делают федералы. Никто не делает. 6 миллиардов на это уже затрачено. Да бог с ними, с цифрами. А может почему быть, бог, а может с цифрами? Быть, а кто будет цифры считать? Еще. Вы такой богатый. Еще. Там одна полоса, а здесь три полосы. Потому что там... То есть для вас, еще раз, важнее что? Сохранить? Для меня важнее, чтобы не было трафика, чтобы, извините, было дорожное движение. Что? Зачем вы тогда про цифры говорите? Потому что без цифр ничего не решается. Почему не решается? Вы потому. Я говорю, потому что жизнь так поставлена. Мне безразлично, триллион сюда уйдет или 10 рублей. Ну, мне нет никакой разницы. Ну, честно. Очень плохо, что у вас нет никакой разницы, потому что бабушки и дедушки получают, извините, пенсию. То есть, если мы сэкономим деньги на этой трассе, то бабушки с дедушкой по 100 рублей добавят. Хоть или по 100, 200, хоть по 500, или хоть по 1000. А это уже как правительство решает, те депутаты, которые вы выбирали. Еще раз, да, независимо от того, сколько денег потратят на эту дорогу, бабушки и дедушки не заметят ничего абсолютно. Это факт. Значит, не ерничайте. Я говорю конкретные вещи. Ну, я говорю, что выбрасывать деньги на воздух — это преступление. Это абсолютно железно. Тем более, что я говорю, эта трасса, которая пойдет по домам и по головам, она функции, извините. Напомните, пожалуйста, вот когда расширяли старое Боровское шоссе, да. Когда вот оно превратилось в нынешнее Боровское шоссе, вот тогда это не казалось тратой пустой денег? Нет. Зачем на Боровку? Как? Значит, нет, я вам объясню. Давайте. Если у вас есть глаза, то Боровка пошла по землю, не затрагивая людей. Она обошла деревню Рассказовку. Она обошла, извините, деревню Ликова. То есть даже при Юрии Михайловиче думали о людях. Так, значит, затрачивалась мозга, и стала прямая трасса. У нас есть Киевское шоссе. И от этого Киевского шоссе идет маленький отросток на маленькое Боровское шоссе. Зачем Боровка в 4 полосы в каждую сторону тогда? Солнцево парк. Потому что не люди было о перспективе думали. А это о чем? А это не перспектива, вот это то, что есть, это перспектива задницы. Какой задницы? То есть лишняя дорога — это перспектива задницы? Есть одна полоса. Как вы, извините, 6 полос вот этих, если они коррегируются, воткнете в одну полосу? Как вы 6 полос, вот если кто-то захочет здесь развернуться, вот здесь вот на этой закулисье развернется, это вот здесь пробка трафик заложена в этом проекте. И вон там две пробки. Вы не забывайте, что Внуковское шоссе тоже сюда пробка. То есть 4 полосы здесь, 4 полосы здесь, это уже маразм. И вы за что агитируете? Я агитирую. Да. Вы спрашиваете, я вам объясняю. Агитация в чем была? Я говорю о том, что стоимость дороги несущественный фактор в данных обсуждениях. В данных обсуждениях существенный фактор — удобство жителей и целесообразность как таковая, но никак не стоимость. Если вы, извините, шейх, то у вас, извините, роли никакой не играют. Если вы гражданин страны, которая находится, извините, в каком состоянии? В плачевном состоянии. Когда людям кушать порой не что, то надо думать и беречь копейки. Ну, я уверен, да. Что этим людям сэкономленные деньги тонким слоем размажут и выдадут зарплате. Пенсии или пособие. Вот не иначе. Поэтому необдуманные затраты ведут к ухудшению жизни людей. Это совершенно... А я им вообще не занимаюсь, хрена мне не занимаюсь. Вот у меня сейчас пришел вопрос, что переделки на Ближнем может оказаться с одним въездом-выездом. Все. И еще и пешеходный может закрыться. Поэтому я приехал.
И мне, вот честно, вот Сербур-Малиново, во сколько денег обходится? Ну, реально, если мне будет удобно въезжать, выезжать и пользоваться этой дорогой, да хоть триллиард. Ну, реально, мне безразлично, ко мне никто не придет и скажет, Миша. Когда человек говорит, когда человек говорит, это без разницы, сколько дорог не строят, все равно ехать мы не будем. Потому что население должно дослушать до конца. Я говорю про финансовую составляющую. Почему бы у вас... А я в общем, в целом, отдельно никак не знаю. В целом можно говорить, но никак не в математическом смысле. Может быть, они сейчас... Знаешь, 40 миллионов. И сколько дорог не строил? Вот им 7 кило печенья овсяного с изюмом, чтобы с чаем было вкусно им попить. Хоть 50 миллионов. Я считаю, что дорога нужна. Вопрос, в каком исполнении? Вот это очень важно. Вот именно. Вот как. Вот это гораздо более понятно по ней. Вот еще раз, как мы объясняем? Мы берем вот эту вот маленькую ниточку и начинаем на нее накладывать. Все накладывать. Давайте посмотрим предметно. То есть на данный момент мы слышим, то, что давайте пустим все это дело по Боровскому шоссе. Да, давай. У нас внуку 2016, внуку 2017 не строится. А если строится, там жить никто не будет. А если будет, они не будут ездить машинами. Да, нагрузки здесь на дороге не появятся на Боровском шоссе. Да? А никаких больше строек, у нас же здесь земли для строить-то больше нету. Ничего строить здесь больше не могут. Давайте нагрузим Боровку вместо того, чтобы построить здесь дополнительное. Вы нас не слышите? А вы меня слышите? То есть человек заявляет то, что здесь выехать будет невозможно, здесь будет ТПУ, да? Но при этом он говорит, надо вот сюда дорогу запустить. Вот так вот, и вот так вот можно выйти, развернуться и уехать. Ну, то есть, еще раз, вокруг нас, да, я говорю сейчас про переделки на ближнее, вокруг нас делают дорогу. И в нескольких местах, возможно, на нее будет заезд. А человек говорит, то, что нет, надо. Он рассматривает с другой позиции, что все с Бутова поедут и скажут на переезд. Я им всегда задаю вопрос. Вы, ребята, что с ума посходили? Зачем человеку с Бутова ехать и стоять на переезде? Надо говорить, смотрите, самое интересное. У нас вот в этом месте на Минку будет точно так же над железнодорожным переездом пролет. И вот здесь будет отделение туда точно так же. То есть оно там примерно, вот смотрите. Вот она как? Разрешите, пожалуйста. Врет и не краснеет. Вот он. Вот она, в принципе, задумка. Да, вот он, проектируемый проезд 518. Ну вот он, по идее, идущий и повторно, да, перескакивающий на Минку. То есть, если тебе нужно на Минку в Москву, ты не поедешь налево, ты поедешь сюда. Мне вот здесь вот круг добавить и больше ничего. Подождите. Помимо круга, вот он. Вот она у нас дорога, вот он проезд на Минку. Вопрос. Если мы едем, и нам нужна Минка, зачем нам ехать туда, когда мы можем попасть сюда? Ровно по этой причине сюда, в принципе, малого количества полос должно хватить. Вот здесь главное, что оно будет без светофора. Невозможно людям это объяснить. Зачем они туда поедут, если можно ехать куда угодно? Так вот, и получается, что если им сюда смысла ехать нету, этих полоса туда, полоса сюда, хватит. А помимо прочего, если это будет без светофора. Берем вот этих людей, если нужно, просто чтобы они могли свободный выезд. Поблоки, поминки и в сторону вот. Москвы. А относительно вот этого вот всего, и самое интересное получается. Я думаю о том, что будет здесь дальше. Вот здесь вот и получается самое интересное с этими людьми. Надо рассматривать по-другому. Потому что говорится, давайте мы нагрузим Федосина. А Федосина по плану у нас предполагается в ТПУ превращаться. Оно предполагается в трамвае. Как ты его нагрузишь? Как ты обойдешься в Федосина? Ты его превратишь в 10 полос в каждую сторону? Не получится.
А зачем? Она и что зачем? Для Ford. Зачем? У нас фуры вот здесь съезжать, и вот здесь разворачиваться, и вот так вот идти, и набор служится. Как прекрасен этот мир. Вот эти люди, она вот сюда должна пойти. Они сюда на маршрутке вот они пока... Конечно, конечно. Нет смысла отсюда на машине ехать вот сюда, вот это строить. Вон там все будет, а там встанет, а там будет стоять, там будет стоять 4 полосы на одну. Вот здесь 4 полосы, а там через дорогу одна полоса. Одна полоса в направлении. Это значит, там будет пробка вот здесь. Здесь пробка. А здесь будет вообще. Там уже разводные полосы. Вот что вы делаете? Кому надо? За заправку? А разве это относится к работам? Это разве к этой относится к работам? Нет, это застройка. Застройщик не может делать, Да, вот подъезд ПВО отсутствует, город Советский, то есть не будет работать на конечной станции метро, это перехват. А ты знаешь, что сейчас не подпланировал бизнес? Вот здесь вот стоит очередь, чтобы под этому серпантину пройти. Я цензурный. Здесь 6 полос. Они цензурно не имеют права. Все будет видно. 4 полосы пока не проезжают. А То есть он намечал коридоры. А конкретный проект он... Значит, я вам скажу, вот честно говоря, почему они не должны. Нет, помощь нужна в любом случае, чтобы, во-первых, вы понимали, что мы ничего не скрываем. Мы говорим, у нас подозрения. Мы говорим наши предложения. Мы готовы к вашим предложениям. Насколько я опять-таки призываю, реально, давайте те предложения, которые на самом деле можно видеть и добиться. Давайте, вот, например, вариант. Взять, вот, это вот вариант один, это вариант два. Вот они предложения. Вот они предложения. Ну они же эти предложения уже видели. Смотри, и отклонили. Они не отклонили. В том-то они дело. Просто не стали над ними работать, потому что они уже как что, бы. Нет, Костин был готов над ними работать. Понимаешь, кстати. Можно и по-другому назвать, да? Они их не заметили. Виталий, вы помните, Костин сказал, что он готов это разрабатывать. Его. Да, и вот он разработал. Нет. Я к чему говорю? Может... Но нужно встречаться для этого. Смотрите, нужно смотрите, об этом говорить, потому что... Продлевается эстакада. Точнее, делается вторая стык эстакада, под которой может, это один из вариантов, под которой может нырнуть в эту сторону, в сторону ТПУ, нырнуть транспорт влево и, соответственно, выйти с Федосина налево, который, так сказать, развяжет эту ситуацию. И, естественно, к Федосину пристыковывается все основное количество. Выкопанное для метро тоннели. Они не делают никаких ограничений относительно здесь сложности развязывания. Для эстакады развязывания. Нет. Для эстакады это говорится об этом. Вот тоннелем идти нельзя, да. Это говорится вот об этом. Об этом. Нет, об этом месте. Об этом. Вот.
Вот Федосина, вот я говорю, вот смотрите, это тут, сюда. А метро где вылезает? Метро вот здесь вот у нас. А вы говорите, нету его до. Это уже получается после. Тоннель метро на глубине 16 метров. Ну, 16 мы говорим метров. Здесь об эстакаде. Это эстакада. Вот здесь стык ей дополнительно делается, значит, продление на той же высоте, под которое ныряет, соответственно. Вот по этому углу я вообще даже... Либо второй вариант эстакада здесь. Он тоже как бы может быть проработан, второй вариант с эстакадой. Вот таким образом. Вот таким образом. Это вариант где? С выходом. Это вариант с Федосина выехать налево и вариант пройти вот сюда вот эстакадой дополнительной. То есть не продлевать по основному ходу, а пройти вот сюда эстакадой. Два варианта такие существуют, чтобы подвести сюда пассажиров и воспринять отсюда весь. А вот трамвай. Это вот что такое? А это трамвайчик типа, который... Ну, который все равно запланирован. То ли будет, то ли нет. Нет, да, но он запланирован. Вот для трамвайчика тоже прекрасно. И, кстати, вот в этом варианте трамвайчику... Он оказывается на земле. В этом варианте трамвай оказывается над землей еще на эстакаде. И пересадка получается со второго с половиной этажа, ну там будет, это будет не 4 метра, это будет 7 метров над землей. И соответственно пересадка под землю в метро. Вот она, вот станция. Вот станция трамвая запланирована. Смотрите, вот трамвайная линия запланирована здесь. И станция пересадки трамвая запланирована здесь. В таком варианте она получается наверху. И она будет крайне неудобна для пассажиров, которые попытаются это вот реально пересечь. Им придется карабкаться. Ну там лифты сделают, конечно, это все. Но сколько они перевезут? Не работают. Сколько я перевезут знаю. Лифты? Я знаю. Эскалаторы, ну и не знаю. Они никогда не работают. Людей умещается. Так что. Ну, в конкретный трамвай, ну, в вагон 100 человек нормально умещается. Вагон 100 человек. А нагрузка какая будет? Вы хотите посчитать, сколько пассажиров в час перевезет трамвай? Ну, я просто помню монорельс, чем закончился и какое количество людей им пользуется. Это, да? Я вполне хватает. Я просто сейчас о другом хочу сказать. Мы все такие большие специалисты, мы уже начинаем проблема говорить, как есть, это будет. Проблема есть, поэтому предлагается новопеределки на еще одну остановку сделать, чтобы загрузку трамвая почему-то никто иначе наши расчеты никогда не принимает на внимание. Трамвай это в мохнатых годах. Часто идет разговор вообще про трассу. Да? Про выезды. Этот проект с учетом трамвая. Трамвай часть проекта. Вот. Поэтому он и показан здесь. Сейчас это один проект. Трамвай обсуждается? Кстати, это же то, что... Один проект. То, что трамвай сейчас обсуждается? Одно Переделкино предлагалось. Он как часть проекта. Нет, не еще знаю. Раз. Трамвай на публичных либо каких других слушаниях трамвай обсуждается? Трамвай обсуждался на публичных слушаниях в составе этого проекта. Но только в Новопеределкино. На публичных слушаниях здесь он не обсуждался. Они не проводились вообще. К сожалению. Нарушение закона. А когда они проводились? Говорили, что будет дорога и трамвай. Ну что вы начинаете? Публичное слушание это не проходили. А конкретно на Внуковском слушании? По линейному объекту проводились? По линейным слушаниям проводили. Были единые публичные слушания. Как? Вы знаете, по линейным объектам вообще не проводится публичные слушания. А вот так. Публичное слушание по генплану. А на основании чего? Александр. А конкретно по линейному не а было. Вы имеете в виду 43-й закон? Да, постановление. Да, 43-й, нет, не постановление, а закон. Постановление это фигня. Дело в том, что по 43-му закону, 43-й закон касается только объектов федерального и регионального значения. А этот объект районного значения, он не попадает под 43-й закон. А вот так. Как это? А вот так это. А это вот так, что они улицы, Собянина, а она есть по закону, она не просто названа, она утверждена в составе терсхемы. У нас по терсхемам были публичные слушания. Они не просто назвали, она имеет все параметры улицы районного значения. Она не может быть названа. Получается, Собянину Сергею Семеновичу принесли на подпись проект фактически по 43-му закону. А 43-й закон не попадает. Все рычаги, как говорится, и все права, пожалуйста, в суд. Хорошо. Пожалуйста, ну, я надеюсь, что вы не будете, я надеюсь, после, что вы не будете против нашей позиции, поскольку она после, понятна. Она четко на законе. Что тут? Мы против, за. Нет. Мы идем в суд. Мы идем. Да. Ну раз вы говорите в суд, это же не вы на суд. Пригласят на суд, мы будем высказывать свою позицию. Хорошо. Вот и что. Но закон здесь в данном случае грубо нарушен. Вот только вещи.
Когда публичка прошла, тогда и назвали. По результатам публичным можно публичка. Ну не было у нас публичных слушаний. Ну, а то, что было в Новом Переделкино, я вам могу рассказать, как человек, который участвовал в судебном процессе по Новому Переделкино, от имени жителей Внуковского тоже были поданы. Пока на данном этапе законную силу не вступило, будем обжаловать. Но суд предварительно решил, что жителей Внуковского правильно не допустили. То есть он нарушений здесь не нашел. Хотя там больше тысячи же. Это уже в суде прошло, Александр Константинович. Я понял. Это уже серьезно. И там были заявления. Вот человек, которого здесь дом, он приходил в суд. Он говорил, слушайте, я пришел, я написал. Дом сносит. Идет прямо. И сказали, что это не имеет, я не имею отношения. То есть это грубейшее нарушение не только буквы закона, а духа, понимаете? Да? То есть это вот так. Это вот до такой степени все. Я еще приеду. О другом немножко. Вот мы говорим, я почему говорю, идите в суд, пытайтесь там. Мы пойдем обязательно. Вот. Я говорю о том, что вы видите, какая схема представлена, да? Безобразие. Безобразие. Вот. У всех могут быть разные мнения. Мы говорим, что в эту схему привнести. В эту схему. Потому что сказать, что она нам не нужна, мы не можем. Вот. Можно я все-таки уточню вас? Что мы... Вот вас пригласили, чтобы вы еще что-то сюда подали. Смотрите, привнести — это как в том анекдоте получается. Веревку с собой приносить или здесь выдавить? То есть вопрос повешения вы решили. Ты знаешь, что это... Я еще не согласен с повешением. Можешь обратиться, чтобы ее отменили вообще. А это и будет. Это и будет предметом. Это и будет предметом, потому что закон нарушен. Публичных слушаний не было. Зачем? Да. Это мы в технический вопрос. Конечно, он. Потому что этот участок, например, идет от. Зачем это по той дороге, которая уходит? А никому он не нужен, реально. А знаете, в чем проблема? Они же дали нам расчеты, эти ребята все. Они же дали нам все расчеты и все транспортные потоки. Здесь получается транспортный поток меньше, чем вот здесь. То есть реально дорога Солнцево-Кутово-Видное, она и по закону, она должна заканчиваться у Боровского. И вот это противоестественное объединение, оно лишило нас возможности что-то сделать. Солнцево-Кутово-Видное по территориальным схемам, утвержденным, подписанным, идет сюда, до Боровки, а здесь отдельная дорога районного значения, в этом проблема. А то, что они здесь делали, они скрестили Ужа и Ежа. И тем самым они несколько раз реально, так сказать, нарушили весь законодательство. Нарушили реально закон. Никто ничего не делал. Они влепили под видом 43-го закона, они, значит, эту дорогу пытаются пропихнуть. Должны были публичные слушания здесь проходить. Мы, конечно, имели право и там, возможность участвовать, высказывать замечания, быть услышанным. Но все прекрасно знали, что мнение отрицательное района. Мы просто взяли и не провели слушание. Нормально, да? То есть, вот так вот. А по этой схеме, правильно понимаешь, что вот по этой схеме сейчас здесь эстакады не подразумеваются? Вот тут вообще ничего не понятно. Если бы тогда бы здесь было единое пространство, когда жители Нового Переделкино спокойно могли пойти на МРУД. Когда жители Переделкино ближних пошли бы спокойно в поликлинику и в остальные социальные учреждения. А вот это разрывает общее пространство. Вообще-то в Новопеределкино на публичных слушаниях было вот так. И здесь, по крайней мере, что-то еще рисовали. Степень подробности здесь меньше, чем здесь. Это вообще поразительно. То есть такое ощущение, что вообще все стерли. Ну тогда давайте всю дорогу сотрем. Вообще. Что они, коридор один нарисовали? Здесь предполагалось вот так. Здесь предполагалось вот так. Вот съезды, да, на скульптора Мухина. Здесь предполагалось сюда. Какой выход? Переход? Ну вот, планировался переход. Ради бога, переходите. Вот здесь переход планировался. Тут они еще что-то добавили быть. Еще это самое. Не добавили? Это вы могли сказать. Здесь, да. Здесь, да. Переход планировался. А? Ну, где вот, переход? Вот планировался. Откуда, переход. Куда? Ну, вот, из видите, переделки на ближнее в Новый переделки. А каким образом? Здесь частный еще. Сектор получается. Кто здесь через него пустит? Нет, здесь гаражи, частный сектор. Раз, ГСК, столица, два. По проекту есть дорога. Уже нету. По проекту предполагалось их убрать. Есть они или нет?
предполагается их уже нет. Строят человек, так, еще раз, уже. Они сейчас, если туда ничего подъехать, нет. Есть? Или уже если нет. Туда подъехать, уже они нет. Там демонтированы. Смотрите. Уже вы нет, уверены? Все. Если смотрите. Я вам сейчас я покажу фотографию, то, что там сейчас стоят гаражи. Я только что там была. Не надо, не надо накалять. Не надо накалять. Есть они или нет. Вот проект. Мы сейчас просто показываем проект. Что там на месте, посмотрите. Давайте, мы сейчас обсуждаем проект. И если предполагалось их убрать, значит это предполагалось. Это то, что было на публичных слушаниях год назад в Новопеределкино. По этому проекту публичные слушания должны были здесь тоже проводиться, но не проведены. Ну, по нему здесь, правильно понимаешь, что по нему здесь есть съезд в сторону переделки ближнего. Смотрите, нет, Переделкино ближнего съезда нет. Внимательно, если приблизить и посмотреть, да. То в Переделкино ближнего съезда пожалуйста, нет. Вот это вот что такое? Откуда же мы знаем? Это да, на Анна Ахматова небольшой аппендикс. Я говорю про вот эту часть, это? Которая заливается, и это вот эту часть, которая... Комплекс. Еще раз, вы гаражный только что сказали, кричите, то, что там нет ничего. Мы такие же жители. Еще раз, вы сказали, что уже нету. Я у вас уточнил. Давайте спокойно разговариваем. Сейчас здесь нету, а то, что заливается под гаражный комплекс, вот вы так и скажите. Так это есть или нету? Давайте, есть. Вы спрашивали есть, про гараж или про гаражный комплекс? Вопрос, если это есть, нет, то каким образом через него будет дорога? Значит, у меня... Вот проектировщикам надо параллельно. Виталий, опять каким уходим, образом, да, да, если одно растет уходим, вверх, да, а другое существует на плоскости. Да это так. Параллельно сделать этот гаражный комплекс стоять, здесь будет дорога. То есть будет батут, разбежался, прыгнул на батут, перепрыгнул дорогу, батут прыгнул. Вы меня слышите вообще? Вы имеете право. То есть вы подтверждаете, что будет батут, на котором люди будут прыгать через дорогу. Вот и все. Да. Да? И чего мы так сказали? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Мы просто информацию решили, ребята задали вопрос. А, извини. Вам интересно, если вы с этим не знакомы? Нет, ну я спрашиваю, где здесь будет проход. Мне говорят, будет батут. Вы не того спрашиваете. Вопрос не падает. Вопрос не в этом. Вопрос же не падает. Я не здесь нет ни одного проектировщика. Кому адресовать? Ну вы сказали, Михаил, я сказал, Виталий. Я спрашиваю, да. Ну кому? Вот мне говорят, здесь должен быть проход. Человек, который должен был это нам рассказать, не пришел. Смотрите, еще раз. Я про это и говорю. Извиняюсь, подождите, давайте я уточню, о чем разговор. Вы сказали, что здесь должен быть переход. Я спросил, каким образом он должен быть, если там стоят гаражи. Вы сказали, что гаражей там нет в данный период времени. Вы сказали, сейчас что они там отсутствуют. Сейчас строится гаражный комплекс. То есть есть. Сейчас строится. Смотрите, гаражный сейчас, комплекс. Чтобы было понятно. Нет. Старые нет. Гаражи сносятся на их месте. Вы посмотрите тему, называется ГСК «Столица». Ссылочку найдите в интернете. Еще раз, да? Вот ГСК «Столица» сейчас представляет собой заливку бетона. Вопрос, да? Вот оно растет вверх. Ну, логично, да? А в каком месте нужно прорубить дорогу, чтобы вот она в зебру превращалась? То есть мы сейчас про дорогу говорим, где на она переход. Будет идти, или где будет идти переход. На переход. Переход, где будет идти, вот сейчас самый интересный вопрос, даже не где будет переход идти, а где будет там дорога. Если там стоят гаражи, если там сейчас стоит гаражный комплекс, то как там пойдет дорога? Переход это уже будет потом после дороги. Сбоку от него. С какого? Слева еще, или справа? Да? То есть, если вот у нас здесь, вот, если вот у нас здесь, да, идет гаражный комплекс, да, вот он, да, там, например, гаражи, вот да, у меня они нарисованы, да, вот, и там над ним, не под ним, не суть, да, человек говорит, то, что вот здесь будет зебра насквозь, через здание. Каким образом, говорят, я не переход, понимаю. Скорее всего, я так понимаю, что, скорее всего, имелся в виду надземный переход, который будет идти никто над гаражами. Никто не уточнял. Ну, это уже... Да, человек утверждал, что, а, здесь нет гаражей, б, будет батут. Да. Вы говорите надземный. Ну, какая разница? Ну что там будет? Надземный, подземный. Батут веселее. Нет, давайте. Вот я, честно. Вот, мне сейчас без разницы, там будет надземный или подземный. Меня сейчас интересует, вот что будет с этой дорогой, будет ли она перекрывать здесь въезд? Нет, подожди. А вот надземный, еще раз, подземный. Да? Без разницы, понятно. Да. Но когда люди заявляют, что вот это не должно быть, потому что это так, не так, да, надо понимать. Да. Потому что когда ты заявляешь, ты должен понимать техническую часть. По технической части, что ГСК «Столица», частная территория, что гаражи частная территория, и через частную территорию администрация не имеет права, да, там брать и что-то прорубать. Но дорога-то идет через частную территорию, судя по вот этому вот плану. Вот здесь вот и возникает технический вопрос. Когда человек говорит вот баба, а технически как ты это видишь?
Переход клево, над подземный. Уточните, пожалуйста. Ну, сейчас. Если подземный, то под чем? Под ГСК столица? Нет, нет, секунду. Под ГСК столица? Клево. Может быть, до фундамента надо сделать прокоп? Ну, может быть, да. А не после. Потому что, ну, вы знаете, ну, то есть, ну, это надо обсуждать. Это понятно, но... То есть, да, чисто технически, вот я вижу как. Да, а вот, вот мы в администрации. Ребят, если вот так, то будьте любезны, сохраните нам здесь. И вот здесь пешеходную возможность попасть в детскую поликлинику по той причине, что наша еще не строится, в том числе и взрослая. Она у нас тоже не строится. Помимо прочего, будьте любезны, сделайте нам, наконец, здесь одностороннее движение, чтобы без проблем мог заезжать общественный транспорт. Ибо по Анне Ахматовой он не разъедется. Машины разъехаться не могут. Сделайте одностороннее. Односторонний нас не спасет. Если нам перекрывают вот этот въезд и выезд, и нам оставляют только вот этот въезд. Его не могут нам перекрыть, потому что этих еще не существует. Ну и пока и дороги, а работы начнутся, оно начнет перекрывать. Поэтому нам, помимо прочего, мое личное мнение, а одностороннее движение, потому что если наконец вот где-то здесь построят паркинг, отсюда я... Да. Не пойду покупать две полоски на асфальте, там 1400, плюс аренда, налоги и ходить далеко, я не пойду. Я хочу свободную Анну Ахматову, хочу максимально большое количество автобусных остановок. Не вот одно только здесь, вот здесь автобусная остановка, а отсюда как пойти, а отсюда как пойти. Это все понятно. Но да, сейчас, то есть у нас автобус заехал. Сейчас, ну, вопросов там много. Вопросов там много. Мы можем сейчас еще разговаривать про пруд. Да, про мы смотрим на данный рисунок. И должны в данном рисунке давать свои пожелания. Мои пожелания. Если этот рисунок выглядит так. Пеший. Пешую возможность попасть в западный административный округ в точности суда. Раз. Есть. Ну а по сути по этой рисунку она есть. Раз и два. Как она будет выглядеть? Подземный, надземный, частный сектор или нет? Вы уверены, что она есть? Вы сейчас вы нас спрашиваете, мы тоже ничего не знаем. Естественно, мы все видим просто, что она есть. Как она будет реализована? Я даже ее не вижу. Как она будет реализована? Я скажу честно, я ее не вижу даже здесь. Ну, в Жуглыч, хватный переход куда? Сюда, куда он переходит? Ну, нет, мы сейчас будем, если миллиметры вычислять, то это уже, нет, то, как бы мы сейчас а будем здесь где пешеходный переход? Вот Жуглыч нарисовали, не, ну не подписан. Вот нарисовали. Вот, вот здесь вот пешеходный переход, но... Да, отсюда дойти будет, ну, крайне неудобно, отсюда тоже не крайне неудобно. Да? А где его сделал? Вопрос. Где, чтобы ну, отсюда было удобно? Разбираться. Где его сделал, чтобы отсюда было разбираться удобно? Разбираться в этих картах я не должен. Правильно. Я должен дать задачу, что я хочу. Я хочу, да, пешую доступность сюда. Она есть, уже есть. Ваша она сейчас есть, ее может не стать. Нет, вот, вот, две пешие доступности. Почему они вам не нравятся? Это могут поменять и забыть. Да? Нет, то есть, мы сейчас говорим про конкретно этот еще план. Мы говорим про конкретно плане этот план. Он будет меняться. И если его вот этот кусок будут менять, например, сюда, да, могут забыть про землю. Так это другой либо вопрос. Сейчас-то мы не знаем, в каком будет меняться. Мы сейчас видим то, что перед глазами. Вот то, что я вижу конкретные проблемы, то, что мне закрывают въезд отсюда. Вот это конкретная проблема. То, что вы говорите, проблема, что нет пешеходного перехода, то на этом плане его нет, потому что есть пешеходные переходы, а вот въезда нет. Судя по тому, что мне объяснили, что вот эта дорога, она перекрывает въезд к нам в район. Остается только, когда этот откроет въезд, и когда этот. Это будет мало. Вот проблема. Да, мы хотим, пешую доступность, да. Б. Автомобильную доступность. Да. По той причине, то, что и на автобусе в том числе. Помимо автомобильной доступности, желательно еще и транспортную доступность общественным транспортом. То есть, заехал для машины, подходит, для автобуса это не подходит. По этой причине здесь должен быть полноценный, хороший заезд для большого общественного транспорта, автобуса. Здесь должны быть понятные пешеходные зоны, соединяющие два района. Да. И здесь, соответственно, должен быть автомобильный выезд. При этом, если автомобильный выезд будет выполнен каким-нибудь замысловатым образом, а автобусный будет сделан нормальным образом, это не столь страшно. Да. Главное, что автобус к нам заходит. Окей, да, я согласен. Потому что, ну, может быть, там прямой заезд для трафика не получится. Для автобуса, да. Правильно, у тебя самый главный вопрос. То есть мы здесь собрались. Вот мы с вами более-менее к какому-то сейчас пришли к консенсусу. А куда нам теперь это все зафиксировать, чтобы нас выслушали, нас поняли и это я все сделали? Я подозреваю, где-то вот...
Вот, можно записать в письменном виде. Еще какие предложения? Надо все предложения записывать. То есть это можно высказать. А вместо этого мы пришли и между собой грыземся. Один говорит, это стоит дорого. Ну, мне еще раз, мне не звать, без разницы, ко мне не пришли, конечно. Никто не сказал там, Миш, вот мы сейчас вот это утвердили, с тебя 1000, там, 100 рублей, 50 рублей. Мне никто не пришел, не сказал, да, там, ты многодетный, мы у тебя снимаем льготы, потому что на дорогу ушли. Мне не меняется ничего. Мне не интересует бюджет. Это задача, как бы, ну, не моя. Воруют, не воруют, это не моя задача. Моя задача, да, высказать. Вот сказали, скажите свои пожелания. Вот мои пожелания такие. Одностороннее движение. Она выходит с наборов. Ну, невозможно разъезжаться. То есть вот я езжу, вот эта дорога, здесь невозможно разъезжаться. Ну, в данном контексте, если мы говорим сейчас о трассе, я думаю, что одностороннее движение, оно не является вопросом обсуждения, ну, там, является. Является. Ровно по той причине, то, что заезды автобуса и его дальнейшее движение, оно... Ну, то есть вот у нас вот здесь вот мы заехали. Вот у нас здесь парковка, вот здесь вот у нас парковка запрещена. Ну да, вроде прикольно. С другой стороны, а что не сделать здесь одностороннее движение, и по одной стороне можно будет парковаться? Почему у нас автобус едет вот так? А эти дома почему он обходит? Почему он не едет вот так? Например. Но это вопрос уже тоже к Минтрансу. Это же было бы еще раз, да? Он не едет вот так по той причине, что он здесь проехать не сможет. Для того, чтобы он мог проехать, нужно все сделать. Те же самые значки, как и здесь, и также освободить дорогу. Это же такая большая проблема. Вот, да? Первая фаза. Первая фаза. Ну, зачем иметь возможность ездить сюда и сюда, когда можно... Не с этой стороны, а с этой стороны домов. Ну, то есть ты выехал. Сделал круг здесь широкой дорогой и пошел. Они уже сейчас здесь трогают. В принципе, наверное, логически. Но единственное, что, допустим, он как-то живет в этом доме, наверное, он будет против. Потому что раньше он мог здесь вот так вот выехать и сразу сюда попасть. А теперь надо будет объехать вот так. Ну, возможно, ну, то есть человек, который будет здесь жить, возможно, будет не согласен. Вот именно с таким строем. Он сможет проехать вот так, здесь выезд есть. Сумма дороги, он распространяется. Вот так сможет проехать. Здесь есть выезд. Ну, какие проблемы? Зато здесь можно будет разъехаться. Здесь гораздо больше людей, да, чем вот здесь. Здесь 400 квартир, здесь там 400 квартир, да, это у нас 2, нет, там где-то 600 квартир. Здесь 900, 3 башни. Сами записываем или как-то, или вы? А есть представитель кого? Вы представитель сотрудник администрации. А дальше с этими предложениями, то есть вы сейчас фиксируете предложение. Дальше что представитель такой там строить дорогу с городом или как это? Мы на вопросы вам не сможем сейчас на такие ответить, потому что мы не обладаем ни информацией такой. Давайте сначала. У меня вот такая мысль. Давайте витиевато сначала обобщим, да, то есть наше пожелание сохранить пешеходную доступность, так, переделки на Ближнее и ЗАО. Для начала, давайте так, чтобы ваши протоколировали. Нет, ну так, давайте обозначим. Да, пожалуйста. Давайте сделаем следующее процедурное. Вы называете свою фамилию. Во-первых, либо давайте каждый, если вы... Ну, все сядут вместе. Записывайте, я просто пишу плохо. Поселение Внуковское указывало на отличность. Да, они есть. Ну, возможно, их повторить нужно. Кто записывает? У нас уже были предложения от Совета депутатов. Что стоит? Приняты были утверждены, которые могут быть в России. Если первое решение дублировать, нужно как-то дублировать. Может, что-то дополнить. Просто мы пока сейчас не понимаем, куда мы это все дублируем. То есть мы сейчас фиксируем, да, но что потом, как мы это будем контролировать, непонятно. Сохранить. Пешую доступность. Так, предложим. Вот.
Вот, на самом деле, предложение у нас принято единогласно депутатами 21 декабря 2015 года объединить улицу районного значения от ТПУ Мичурин до Боровского шоссе и улицы Федосия на город Москва. Mm-hmm. Пешую доступность. Западом, а не спортивным округом. Вопрос о связности, там, дорог и так далее. Нам предлагают там количество выездов решать, а тут все выезды уже понятны. Mm-hmm. В точности с поликлиниками. Оставить в том числе. ЗАО в удобном месте для доступа к поликлиникам. Сохранить ЗАО в удобном месте. Для посещения поликлиники. Ваше предложение, как мы уточнили, доступность зала у кого? Придет ближнего, а то может быть. Нет, ну, понятное дело, что может быть теплый стан. Поликлиник. Нет, ну, то есть, да, расширенное это вот. Да, выбрать место, там где-то в районе вот Федосина, да, чтобы вот был выход. Вот. Далее там сохранить автобусное сообщение. Возможность, да, автобусного сообщения. Предположительно. Возможно. Автобусного сообщения. Донести решение депутата. Станция Переделкино, с ЖД станции Переделкино. ЖД станции. И западным административным округом. Обратить внимание на необходимость организации одностороннего движения. Ну, вопрос в том, что надо вот это безумство все-таки приводить. Мы сейчас его запишем. В переделке на ближнем. Переделки. Для удобства на необходимость организации одностороннего движения. Для удобства выезда на трассу и вообще в целом в жилом комплексе. То есть, ну, вот чисто технически, да, у нас получается ситуация какая? Что мы хотим? Вот есть все у нас там переделки на ближнем. Что мы хотим? Мы хотим доступ сюда, да, мы хотим доступ на трассу. Причем доступ на трассу подразумевается как влево, так и вправо. Да, возможно, это будет в нескольких местах сделано. Ну, то есть, там, например, заезжать на трассу, чтобы поехать сюда, ну, не так сложно доехать до сюда. Это реально 3 минуты. То есть, да, в данном случае вот у нас Анна Ахматовой. Однозначно одностороннее движение должно быть. Иначе парковаться здесь, ну, автобус не проедет. Машина не проедет, пожарная не проедет, никто не проедет. Да, то есть сделать одностороннее движение и... По улице Анна Ахматова. Очень-очень-очень еще было бы интересно, да? То есть вот если у нас вот здесь получается метро, конечно, да, к нам людишки попрутся машины парковать. И если они будут заворачивать сюда, поворачивать сюда, ну, начнется хаос. Поэтому их надо отсечь на большую дорогу, чтобы они по вот этой большой в две стороны дороги где-то там парковались, не заезжая во дворы. Тогда ее надо односторонне запускать вот с этой стороны. Да, естественно, односторонне сюда. Чтобы они не смогли заезжать. И тогда они здесь уже будут разъезжать. То есть человек заехал отсюда, да, и вот куда ему надо, он подъехал. А вы также, допустим, если вы на машине въезжаете в свой микрорайон, на машине. Вот так вот прокатился, и все. Да, то есть, ну, проблем никаких. Зато, да, с одной стороны, парковка разрешена, она никому не мешает. Это дополнительное парковочное место. Но здесь, например, парковка запрещена. Это неправильно. Людям ставить негде. Он не купит никогда вот здесь. Да, то есть надо делать одностороннее движение, чтобы и парковка была, ну, широкая дорога, ну почему не сделать там в один ряд? Вот, вам нужно, значит, записать еще предложение о том, чтобы здесь при организации одностороннего движения создали дополнительные парковочные места на кармах.
Итак, не обязательно карман. Мы с вами остановились на том, что необходимо одностороннее движение для возможности одностороннего движения в где? В жилом комплексе переделки на ближнее. Во всем? Да. Зачем во всем? Ну, она должна организовываться, там решат, здесь есть, здесь нет, да, то есть, как бы, ну, надо разрабатывать все это дело, да, исходя там из седьмой фазы и так далее. Ну, понятно, но во всем это, как это во всем? Ну, я же не могу сказать, там, в точности на такой-то, такой-то улице, а такую-то пропустить. Мы сейчас говорили про Нахматову конкретно. Передок на ближнее. Сейчас. Да, движение. Дабы отсутствовал хаос при перемещении, с целью избежать хаоса. Избежать. И дабы получить возможность парковаться. Вот этот проезд, он разделен с этим растительностью. Так. И здесь никакого не может быть. Тут выезжать будут в любом случае с двух сторон. Она уже не односторонняя. Почему? Еще раз, смотрите. По ней могут как въехать, так и выехать. Поэтому нам неправильно получится записать одностороннее движение во всем микрорайоне. Смотрите, мы можем же все улицы сделать. Еще раз. Я не говорю сделать все улицы. Я говорю, это пожелание. Рассмотреть одностороннее движение в жилом комплексе, да, то есть решили здесь одностороннее, здесь двухстороннее, здесь реверсивное, а здесь проезд запрещен вообще. Не подписаны, получается, улицы. Улицы не подписаны. Ну, смысл в чем? У них есть номера. То есть, да, вот люди заехали, вот зачем он сюда может заехать? Мысли какие? Вот заехал человек отсюда, куда он заехал? Конечно, он поедет сюда где-то поместится. Вот ему надо, например, сюда. Вот чтобы ему сюда ехать было не... Он решил объехать пробку какую-то. Да, будьте любезны, по широкой дороге. По широкой дороге. И никому не мешаясь, не залезая во дворы, катайтесь. Катайтесь, проблем никаких. Широко, удобно, никому не мешаясь. Согласен. Опять же, как вариант, ну, если ему, он, допустим, отсюда хочет выехать обратно на шоссе, здесь сделать одностороннее движение по кругу, вы считаете? Да. То есть, что он вот так здесь выехали, остановили. Значит, есть у нас вот здесь заезд. Вот здесь у нас заезд, да? А мы берем, ну, то есть вариант, против часовой самое удобное. Вот так вот у нас. Вот так вот у нас делается движение. Все, то есть ты заехал, ты можешь поехать сюда, пожалуйста. Либо можешь поехать вот так вот, например. Нет, здесь у нас надо наоборот сюда разрешить. Запрещаем, все, мы можем вот так вот. Нет, вот так вот мы, например, можем. Значит, односторонняя вот эта. Ну, то есть, да, ситуация какая. Я там сейчас сжато это там ответить не могу, да. То есть есть специально обученные люди, которые обучались, как делать трафик движения, что целесообразно, что нецелесообразно, что возможно, что невозможно. С учетом общественного транспорта, пассажиропотоков, да, и так далее. Я там просто вот. объясню, зачем я спрашиваю, потому что, ну, я коллеге своему помогаю записать, это более лаконично сейчас, именно помогаю, чтобы его учли. Раскрыть мысль, да, это если правильно. Мы сейчас напишем как-то скомканно, то это... То же самое во дворах, да, то есть помимо основной дороги, очень неплохо, да, понять, что во дворах одностороннее движение тоже очень хорошо. Чтобы вот, ну, здесь тоже все запарковано, да, то есть вот можно заехать во двор и поехать вот так. Ты никому не будешь мешать, если все будут так ездить. А если две машины встретятся здесь, они разъехаться не смогут. А помимо всей машины, здесь может быть там... Скорая приехала, там, да, стоит, там еще что-то. Ну, то есть, вот, не должны они друг на друга натыкаться. На чем остановились? Давайте. Необходимость ограничения одностороннего организации одностороннего движения жилого комплекса переделки на ближнее, избежать хаоса и получить возможность получения возможности парковаться. Возможности парковаться, да, то есть он там для парковки использовать, да, там часть дороги.
То есть, если она односторонняя, да, то... Внести организации дорожного движения в крайней пределке на ближней. Ну, то есть, смысл такой, у нас полоса туда, полоса сюда. И если припарковаться, то до середины будет меньше 2,5 метра. Да, а вот одна сторона, если запаркуется, вот эти полтора оставшиеся, в одну сторону хватит для любого транспорта разъехаться. Ты можешь фуру припарковать, все равно место останется. Вторая проблема. Давайте я сейчас сформулирую, вам прочитаю, если у вас устроено. Ну, при организации дорожного движения. Мы можем, допускается. Допускается на некоторых... Учесть необходимость создания в микрорайоне. Вы считаете, что вот это... Вы перейдете на ближнее, да? Мы же перейдете на ближнее. В жилом комплексе, да. Они вот там. Да, мы видим там. То есть это уже концепция, понимаете? Это концептуальная не... Они тупо вот, они видят, что они могут здесь по прямой типа пройти, но они здесь влепляют одну развязку убогую. Говорю, подумайте, да, но чтобы сделать чуть еще даже, вам поворот, надо идти третьим ярусом и сносить поворотанку. Мы говорим, мы же вам это не предлагаем, мы предлагаем сохранить рассказы и сделать все нормально. И место кармана, который здорово, который использовать одну сторону дороги для возможности парковки. Законы не работают. Нет, это подробно. Ну, подробно. Вы знакомы с парковкой на стороне сделать еще карман, потому что на всех не хватит. Вы сказали, что вам оставят. Это сейчас еще не все. Нет, нет, это иначе выглядит дорога. У них дорога немножко иначе выглядит. Что другое для России достаточно 50 миллионов. Как в Граде тоже, да, там парковка не решают, но здесь его все, что в принципе не сделают. Вот такая схема решает. Если делается одностороннее движение, дополнительно карманы не нужны. Улицах, да. То есть вот если мы берем град московский, например, да, есть улица Московская, она узкая, там пришлось сделать карман. Она односторонняя, но она узкая. Сделали карманы, чтобы могли парковаться. Здесь, да, но они не нужны, она и так широкая. Сейчас там по сносу дома, то есть она сейчас и так широкая. Помимо прочего, есть еще опасность наезда на пешехода высокого роста. Потому что если ты едешь по правой полосе, например, а слева припаркована машина, или наоборот, ты как минимум видишь. Здесь никого нет, а тут у тебя уже возможность какая-то есть. С двух сторон машины, плюс посмотреть встречу, ты банально не успеешь. Это не поедет, правда. Проще на Мичуринс отъехать и ехать. Это не сюда, вариант. Они сказали, что они официально... Я думаю, что не надо исключать возможность, что кому-то необходимо ехать в Москве. Ну, процентов немного. Тут ехать сначала налево, чем направо. Это уже остаток все построят и будет уже без ЖД-проекта. Вот нужно будет вам в аэропорт. Не такой вариант реально. Вот я пойду немножко к другому. Понимаете? И это тоже один вариант в один. И многие относятся лес, относятся рассказов 28, что нужно рассматривать всех. Слушай, ситуация какая-то. Удивляются люди, зачем нас с ними соединять? Да, если разобраться, хорошо, вот вы в военкомат на учет вставали? Где? В другом районе. Ну, считаю, вот. Если вы будете вставать, прописавшись в переделке на ближнем, вам придется ехать в Бутово. Да? Вы поедете в суд, будьте любезны, Щербинка. Вы поедете в разрешительный отдел, он за Троицком находится. Там пенсионный фонд находится в Видном. И вроде, да, как бы, в принципе, с одной стороны, ты многие вещи, по идее, должен делать через ОФЦ и не париться, но у нас есть там некоторые там территориальные там три услуги в МФЦ, там где-то там зачастую самому надо ехать. То есть вот мне было проще, я снялся с учетом, да, в военкомате и встал вот здесь вот будочка за углом. А если ты офицер и не снявшийся, будь любезны, улица Грина, если не ошибаюсь, может, инспекция у нас находится, опять же, в Бутово. И казалось бы, вот Бутово, а ты туда попробуй попади. Когда у тебя Боровка колом, МКАД колом, и в обратку у тебя колом. То есть там поездка у тебя превратится в не пойми чего. Поэтому тут как бы вот дороги над железнодорожными переездами — это сказка. Потому что здесь можно встать около церкви.
Да, понятно. Дальше у нас с вами при организации дорожного движения в жилом комплексе переделки на ближнее, в честь необходимость создания по одной из сторон дороги парковочное пространство. В честь необходимости. Широко, но где-то среди специалистов, не только можно, организация. Ребята, вы же нас... За счет газона или за счет дороги? Нет, за счет дороги. То есть, если мы берем и делаем там Занна Ахматова одностороннее движение, да, то почему бы с одной стороны разрешить парковку? Да, то есть это будет и парковка есть, и проезд беспроблемно есть для всех. Точно так же открыть парковку, которую сейчас на въезде запретили парковку совсем. Да, она стала широкая. Зачем она такая широкая? Там парковочные места нужны. Там дома остались без парковки. Что у нас? Корнея Чуковского или кто у нас там? Или Маршака. В рабочем порядке. У нас дорога, гостевые, да? Карманы поставить по всей стране. Гостевые парковки, как это писать? Не парковочное пространство, а гостевые. А потому что другой формы нет. Если мы возьмем Анну Ахматову, ну зачем там карманы какие-то городить? А потому что людям, которые сейчас стоят с одной стороны, они там и встанут, а которые стоят с другой стороны, им тоже куда-то вставать. Вот интересный вопрос. Я расскажу мое мнение. Смотрите. Вот у нас сейчас вот эта вот улица, запрещена парковка совсем. Если на ней разрешить справа парковать, а здесь запретить слева парковать, то как раз приблизительно они находятся рядом, они смогут начать парковаться там. Они хотели его сделать в сторону... Вот и все. То есть плюс на минус оно на что-то превратится. Городского. Тут нужно учитывать еще дома, как по этим улицам будет проходить общественный транспорт. Общественный транспорт будет проходить абсолютно великолепно. Потому что если здесь умещаются две машины с двух сторон, и посередине остается место для проезда, но нету места для разъезда, то если парковка будет только с одной стороны, и проезд, разъезд не нужен будет, да, потому что одностороннее движение, здесь фура без проблем сможет проезжать. Проблема в том, что я не знаю, как здесь будет двигаться автобус. Как бы он ни двигался, двигаться он будет, исходя из организации дорожного движения. Будет сюда односторонне, вот сюда будет автобус двигаться, все машины будут двигаться сюда, с одной стороны можно припарковаться, без проблем он будет двигаться. И он ни с кем сталкиваться не будет, ему не надо будет разъезжаться. Ну надо будет проехать. Ширина дороги здесь, где угодно, будет без проблем хватать. Она достаточная для парковки и проезда. Не могут разъехаться. Проехать могут. Даже с двух сторон стоящие машины позволяют проехать. Если будут стоять с одной стороны, ну, будет вообще без проблем летать. У него и видимость будет хорошая, он будет хорошо видеть. Ну, например, если у нас въезд там находится здесь, да, то есть можно продумывать. Автобус едет, он должен же в объекте выехать еще. Он может проехать. Вот здесь вот у нас в какую сторону движение? Если движение только сюда, значит он едет вот так. Пошел, да? То есть там вариантов организации. Ну, то есть у нас абсолютно правильные линии. Да, то есть, несмотря на то, что это больше похоже на прямоугольник, в принципе, да, это круг. Мы берем и продумываем там круговое движение. Ну, может, тогда это замечание назвать, как, не знаю, кольцевая система движения, как правильно. Еще раз, да, я не знаю, какая система здесь будет удобней. Я не компетентен в этом вопросе. Чисто технически, по примеру ЖК Юго-Западного 3-го микрорайона Московского, одностороннее движение их спасло. Они и паркуются с двух сторон, да, и проезжать умудряются. Если там убрать одностороннее движение, там начнется хаос. То есть то же самое сделать здесь у нас. Вопрос, как это воплотить, да, но не моя немножко компетенция, поэтому лучше там люди, которые специально на это учились, об этом думают. Значит, замечание лучше написать, предоставить предложение по организации одностороннего движения, чтобы они предоставили, как вариант, рассмотреть. Либо вынесли опять там же на слушание. Да, да. Если это необходимо, нет, выносить на слушание. Если, да? Они вынесут на слушание, они вынесут на слушание только то, что уже утверждено. Я не знаю законодательно, это надо выносить или нет. Да? То есть, там вопрос, если не надо, то... Нужно, чтобы они заранее предоставили варианты, чтобы люди рассмотрели, пожалуйста, и выбрали. Потому пожалуйста, что если, ну, сейчас мы какой-то внесем, пожалуйста, и его примут, найдутся опять же те, кто будет вот так кричать, пожалуйста, и будет недовольны. Пожалуйста, да, то есть, ну, как бы вот, смысл то, что это здесь нужно. В каком варианте, ну,
Итак. Я так могу написать. Давайте так. Конечно. В общем, Павел Алексеевич, пока мы будем радикализироваться, неизбежно, большая надежда на ваши дипломатические возможности. Нет, официального заявления никакого нет, это просто предложение, как я сказал. По проекту, который нам показали. Да. Собрать предложение по проекту. Да, 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 предложение куда пойдут? Проектировщик. На проект? Кто это проектирует? На администрацию будет направлено. Администрация, проектирующая. Мы ответ какой-то получим потом по нашему. При получении ответа. Ну, а как это будет выглядеть? Я бы сюда был приехал, хочу знать. Или я письмо получу? Ну, у нас есть связь, я думаю, да? Какая? Давайте с другой стороны. Как вы узнали о этом мероприятии? Значит, получается, это будет администрация. Видимо, там же их выложат. Ну, это неофициально. Чем через несколько этапов, значит, спросить, пришло письмо или нет. Значит, эти вопросы курируют, ну, по лекарству. Я вот эти предложения могу просто вот, я могу их прислать на протокол составляем наше собрание, либо мы все это если познакомиться, это обсуждалось, но ты протокол составляем или каждый пишет свои предложения? Нет, протокол у нас же такой неофициальный. Формы нет, да? Нет. Это все обсуждалось в этом смысле, это обсуждалось с депутатами Нового Переделкина, в этом смысле вопрос по Федосину, он пока вынесен за скобки. Я только не понял, кто это готовил вообще. Это рабочая группа готовила. Вот. Инна, я и люди еще там. Это проект. Это депутаты. Ну, Бахерева, вы депутаты записали? Нет. С Бахеревым мы обсуждали, с чем идти Костин. Председатель комиссии по транспорту. С Бахеревым мы обсуждали, с чем идти Костин. Бахерев сказал, так, это типа, надо еще подумать. Потом сказал, ну, если только будут там, вот если Костин скажет, по большому счету. Костину вот с таким текстом еще пока не вышло. Поэтому вот здесь с точки зрения какого-то там нарушения какой-то там экстерриториальности здесь ничего нет. Потому что это общая проблема, она затрагивает, конечно, и нас. Да, она частично касается развязки, которая идет здесь, но поскольку это единый транспортный объект. Как мы будем сейчас подавать предложение наше? Как мы официально это будем оформлять? И как мы будем вообще получать ответы? Значит, вы информацию имеете, можете сами подавать свои предложения, чтобы вам но все-таки мы частные лица. Да, жители. А вы как непосредственно... Мы, вот то, что мы вносим, как администрация, вот и все. И они нам... Вот сейчас, вот как мы можем, говоря, просто... Вы можете просто поговорить и разойтись, или... А мы эти предложения на сайте депутатов будем рассматривать. Все-таки на сайте депутатов? Когда он будет? Мы вообще, Павел Алексеевич, мы не собираемся говорить депутатов прошло. Мы собираемся совета депутатов, вот как вот сейчас сказать, что вот есть такой-то, вот подготовлено и все. Мы утверждать это все советом депутатов. Не утверждать, потому что нету смысла утверждать. Но и нету полномочий. И полномочий, как таковых нет. Но мы просто, на совете свои замечания зачитываем, да, вот, и просто поддерживаем. Да, да, да. В
протокольной записи мы поддержали и направили. Хорошо, когда Совет депутатов, тогда для того, чтобы к нему подготовить вот наше предложение? На базе этого мы можем еще попытаться выйти на диалог. Да, да. На базе вот этого вот можно что-то дополнить, обсудить, потому что это только часть касается, это только касается развязки. Это понятно не полностью, но касается того узлового момента. Ну, развязки хорошо, я согласен. Второй момент, я понимаю. Но в позитиве. Вот эту часть делать, в принципе, или делать ее прямее, как бы, как мы считаем нужным, мы, в общем-то, не считаем возможным возражать, потому что это, так сказать, нужная, необходимая вещь, она не вызывает вопросов. Вот, ты понимаешь, по этой части. На самом деле, когда мы проезд номер один, так называемый, и дальше. А при этом говорить, ну, подвинуть туда-сюда мы можем только в рамках коридора. Можем попросить сделать выезд, которого нет, который намечен, чтобы туда сдвинуть. Александр, можно я скажу? Неправда, что в рамках коридора. Коридор это как раз все подтверждают. Даже вот когда мы говорили об этом, вот на встрече с Бахиревым, с Костиным, я говорю, вы старый коридор типа убиваете, по которому раньше трасса шла. А это, ну это мы можем и оставить. То есть для них это не проблема, вы поймите. Это вот реально для них вообще не проблема. Коридор по лесу. Это конкретный пример. Мы же вот это предложение делали, исходя из старого коридора. Вот он есть. Вот он коридор, чтобы пройти именно по опушке. Потому что с учетом вот этого всего хозяйства, они же залезли уже реально в середину леса. Хотя сами все пытались вот так пройти. Они реально это разрабатывали. Поэтому они говорят, ну хорошо, мы можем это оставить, это для нас не проблема. Для них проблема другая, как вот это сопрячь, и вот они считают, что вот это соединить для них важнее, чем правильное примыкание к этому. Вот они считают как? Мы считаем, что это нам важнее сделать правильную организацию движения в нашем районе. И движение по этой дороге не пострадает, потому что она выходит на скоростной участок Боровки, который не догружен. Оно фактически является вот эта часть. И светофорная. Она входит в общее направление. Я все. Понимать, что наши все предложения и решения разрешат ли ей? Нет, значит, формулировка должна быть. Да, наше пожелание, формулировка должна быть такая. Организация пешеходного перехода от, там, допустим, улицы Анны Ахматовой, да, которая сидит, до улицы Федосина, там вот какой там вот это до рынка. Ну, в любом случае, если он выйдет сюда, с двух сторон улицы, скорее всего, вы сделаете. Ну, до улицы Федосина. Ну, значит, продление пешеходного перехода с улицы Анны Ахматовой до улицы Федосина. Да, и то же самое, что продление пешеходного перехода с улицы Самуила Маршака до, ну, здесь вот непонятно, как, ну, смотря, где он будет делаться. Может, да. Вот, ну, здесь, ну, если здесь, то там до Лукинского. А, хотя здесь же уже... Ну, как бы, чтобы был здесь один, и вот здесь один. Потому здесь что здесь живет, им проще сюда идти. Здесь, то есть, как минимум здесь со сюда. Школой надо соединить. Да. Здесь же школа. Вот школа. Нет, да. Просто кто живет здесь, ему удобно здесь приходить. Кто здесь, то здесь. А кто здесь, то здесь. Смысл идти. Ну, три перехода. Но получается... Значит, продлить вот это. Продлить. Не, а здесь-то им смысл переходить. По нет, полю нет, по нет. Ну, здесь они дошли, вот здесь перешли. Ну, тоже не хочу, что из дороги... Предусмотреть. То есть, тут не очень... Продлить текущие варианты пешеходных переходов до улицы Федосина и добавить еще один пешеходный переход между этими. А здесь вот интересный момент. Теперь... Здесь должны быть щиты, да. Звукопоглощающие. Да. Соответственно, вот эти вот изголения надземные, которые там 15 пролетов вверх подымись. Да, здесь большой вопрос, насколько высокая эта часть. То есть надо понимать, что она может от... Да, то есть она может быть высокой. Это может быть эстакада. Поэтому, да, как вариант подземник вполне может оказаться интересней. А я уточняю, какой. То есть мне вот как бы... Ну, то есть какой будет... А это важно, удобный. А, ну, удобный, ну окей. Не, ну просто если будет 7 этажей вверх, ну, естественно, никто не будет даже строить, даже логически. Это будет дороже, чем под землей прокопать. Легко. Ну не, ну есть же какие-то госты. Когда в конце вспомнили и забыли, ничего нету. Не подменены. Ну окей, давайте. Я даже боюсь, потому что один раз уже послали, не стали слушать, говорить. Мои предложения были. Нет, ну... Есть такое предложение, Александр Константинович. Когда ты говоришь те предложения, которые реально они готовы пойти, вот, но не хотят, их можно сдвинуть.
когда ты говоришь, вот все, вот мы кучу навалили, мы вот, вот это. Ну, поговорка такая, ну простите больше. Александр Константинович, есть предложение такое, разделить вот эти вот участки, этот участок выделить отдельно и сказать по нему, что есть отдельное предложение, которое нужно рассматривать в комплексе. У нас нет такой возможности делить. Единый проект. Ну тогда мы вот, не можем тогда вот я попрошу познакомиться с тем, что снова Переделкино уже согласовывали по изменению схемы. И вот эти предложения, их тоже можно было бы выдать, потому что они все относятся к поселению Внуковское, и они учитывают возможность въезда сюда, здесь все нарисовано. Написано красиво, схемы проработаны, да. Согласен. Но когда вот сейчас начинаешь называть фамилии, что где согласовано, вот здесь... А это нигде не согласовано, потому что это должно быть так изложено. Когда сейчас позиционируешь, что здесь... Вот понимаешь, вот здесь... Ну, Переделкино согласовано. Здесь вот... Ни подписи, ни Доценко Владимир Александрович согласовал. Это один депутат. Это глава комиссии, которая. Это один депутат. Секунду. Но там есть еще и другие. Если мы вынесем это. Это рабочий вопрос, но это не выносилось. Ну нельзя работать. У них также нет позиционирующего, как решение. У них также нет полномочий, как у совета депутатов. Это же было обращение совета депутатов. Я вам заплатил. Нет, оно было чуть-чуть другое, но оно... Ну да, оно немножко другое, но аналогично. Я что предлагаю? Я вам сказал, те моменты, которые на наш взгляд остро нужны, и их надо решать. Ну это нужно еще острее. Это понятно, это не вызывает вопросов. И я понимаю, что это мы можем добиться, решить, они не ломают общие их нить. Вот схемы, которые они выставили. Это тоже не ломает. Это ты-то. Оно улучшает. А мне они все время говорили, и потом перестали общаться, что... Нет, секундочку. У них есть право, не переживайте. Я не переживаю. Будут общаться. Что, когда ты чего-то делаешь, и это получается, это один разговор. А когда ты делаешь, потом... В конце концов, нет, вот такой вот. Александр Константинович, по этой части вопросов гораздо больше, чем по этой. Просто вот если вы правильно говорите, что надо решать те вопросы, которые можно на данном этапе, а эти вопросы требуют отдельного обсуждения. Вот этот момент можно было бы озвучить. И дальше дополнительно обсудить. Вот разговор о том, потому что здесь требует отдельного обсуждения. Требует отдельного обсуждения. Да. Нас никто на отдельное обсуждение не приглашал. Ну, у нас и по закону, и публичное слушание не проходили, поэтому нет, надо им намекнуть. Мы с тобой сразу говорили, да, ты говоришь, не было публичных слушаний. Вот. Александр. Обращаешься, если что, публичных слушаний не было. Да. Наши права не только жителей, а и права депутатов. Другое дело, совет депутатов. Закон о местном самоуправлении нарушен. Фактически. Ну в чем? В том, что публичное слушание одна из форм. Я не буду цитировать закон. Конечно. Я не буду цитировать закон, но публичное слушание, как определил Конституционный суд в свое время, является одной из форм реализации права на местное самоуправление. Это записано. Номер 931 от 15 июля 2010 года. Это все записано буквально и так далее. В законе напрямую написано, что в градостроительном кодексе. По проектам линейных объектов проводятся публичные, по проектам планировки территории. В данном случае проект планировки территории линейного объекта, он по закону является проектом планировки территории тоже. Соответственно, обязательно проводить публичные слушания. 43-й закон в данном случае не является основанием на территории поселения Внуковское, потому что статус этой дороги на территории поселения Внуковское – дорога районного значения. Этот статус установлен территориальными схемами, слушания по которым проводились в марте прошлого года. Соответственно, от имени поселения Внуковское, кто может сказать слово? Кто может сказать слово? Если они не слушают нас, они не слушают вас, значит, это вообще уже так. Они публичными. Сама по себе дорога, она не обсуждалась. Верно, я согласен, да. По ТЕР-схемам, которые 5 марта было собрание, они определили, что дорога районного значения. Дальше их утвердили. Она была не районного значения, она в единой вязке была. Но потом нам... Неважно. Вот это что есть, то есть. Законный статус. Значит, сейчас и надо уже отталкиваться. По этой дороге обсудили.
Секунду. Нет, кто ее обсудил? Не обсуждали. Где обсудили ее обсудили? Обсудили категорию только. Александр Константинович. Только категорию. Где обсудили проект планировки территории линейного объекта? В Новопеределкино. Я вот с тобой разговаривал, да? Да. Значит, есть постановление, подписанное собянием. Ты говоришь, но оно же с нарушением закона. Ты говоришь, оно подписано с нарушением. Ради Бога. Мы в рабочем порядке. Ради Бога. Вы же сейчас. Мы же сейчас говорим не о том, что вы выйдете на митинг вместе с нами. Нет. Мы говорим о том, что в рабочем порядке. Ты говоришь, что вы давайте напишите, что Собянин с нарушением подписал это. Я так понимаю. Не надо писать вам. Вам надо сказать людям об этом. Они это и сами знают. О чем? О том, что надо обсуждать вопросы в рабочем порядке, поскольку они не были обсуждены на том этапе, на котором должны были быть обсуждены. Потому что не было публичных слушаний. Поэтому если они сейчас начнут говорить, вот это уже наша схема утверждена, но вы же ее с нами еще не обсуждали. Значит, давайте обсудим, пока не поздно. Я это уже вот проходил, я вижу по-другому. Да? Как только мы начинаем вот так вот говорить, так и так, вы это не сделали, неправильно это сделали, неправильно, они нас вообще перестают слушать и делают так, как они хотят. Александр Константинович, но если они не будут слушать вас, мы это тоже учтем. Потому что, извините, вы глава местного самоуправления, и нарушая права местного самоуправления, нарушают наши права. Мы в данном случае будем, извините, за вас тогда уже, за те права, не за вас, может быть, лично, но за ваш статус главы местного самоуправления, за то, что вы имели возможность чтобы отстаивать наши позиции, мы будем выступать за это, потому что это наплевательство. Да, это неуважение. Это наплевательство, и мы с этим не согласны. А в вашем лице неуважение? Я не говорю уже о Конституции, да? Все, о чем говорили, да? Да. Все, о чем говорили. Да. Вот это не так однозначно, как ты говоришь. Естественно. Потому что все, во-первых, начиная от тех публичных слушаний, которые были, которые принимали решения, на основании которых потом они это все сказали, что это улица. Но мы с вами-то и хотим эту неоднозначность устранить и с ними договориться. Поэтому по широкому кругу. Вот, сделали. Это один разговор. О другом. То, что вот они нарушают права местного самоуправления. Да. У нас оно нарушено уже начиная с 56-го закона. Начиная со 131-го закона, когда Москва, Питер и теперь Севастополь имеют особый статус и имеют ограничения по... Ну, они дошли уже до ручки, они уже дошли вообще до безобразия в этом. Они не оставили сколь-либо значимых прав, фактически. Это уже безобразие. То есть они даже те права, которые законом гарантированы, если я с вами согласен, 131 закон, там это изъятие, там, или какое сейчас действие, 131-79. Эти изъятия в пользу городов федерального значения, они грубо нарушают. Сам нет, смысл. Не только городов федеральных, там три города. Да, но даже в рамках тех, извините, обглоданных прав, которые они оставили местному самоуправлению на территории Москвы, даже здесь они уходят. И дороги, и переходы, и все остальное. Разве удобство? И фактически это уже как бы переходит всякие границы. Если там можно сказать, что да, другой закон, цели у них нет. Но здесь они 43-й закон. Другой ну, цели они нет. Применили неправомерно. Я боюсь только одного. Не того, что здесь, вот здесь особо ничего, никакой радости нет. Так вот. Я боюсь одного, что они начинают, когда вот мы начинаем такое входить в противостояние, начинаем это постоянно, они перестают вообще прислушиваться. И то разумное, которое могли бы делать, они потом не делают. И потом мы получаем то, что мы получаем. А какой у нас выход тогда у жителей? Вот. Что нам? Да, нам кричать надо, нам радикализироваться в этой ситуации. Если реально люди не соблюдают законы, которые сами же утвердили, нам что тогда? Кто нас защищает? Сами себя защищают. Ты вот сам говорил, что суд рассматривает правомерно. А по суду там отдельно. Я не хочу тут нас записывать. А кто? Да нет. Записывать. Нет, я к тому, что вот. Я вещи, да, просто-напросто. Да, вещи, которые... Я это уже слышал. По суду еще не решено. Оно решится. Точно так же, как мы получили ответ с прокуратуры. Я уже говорил. Написали в прокуратуру по Валуевскому шоссе, обозначили там 3 или 4 пункта нарушения законодательства, строительных норм. Попросили их, чтобы были устранены. Где-то, ну почти через полгода получили ответ, когда все это ушло. Что да, они проверили, были нарушения, но сейчас они устранены. Оштрафовали и все осталось на том же уровне. И все.
Вопрос здесь следующий. Если общие вопросы ставить, что делать в ситуации, когда закон нас не защищает, вернее, закон нас защищает, а правоприменительная практика складывается против нас? Мы скажем по-другому. Я по-другому это говорю. Да. Есть нормы в законе, которые позволяют, но нет возможности решить. Потому что есть норма 56-го закона, который о местном самоуправлении Москвы, что меня как главу поселения должен принять любой чиновник правительства Москвы. Максимально на кого я могу выйти, еще меня может принять зам руководитель департамента или управления. Все. И все мои, даже письмо я говорю, давайте тогда уберем эту норму из закона, чтобы она никого не раздражала. Нет, им надо на вас спихнуть ответственность, потому что когда начнется шум да гам, он скажет, ой, а что тут депутат, а что глава поселения, где он был? Начнут задавать вопросы, а что вы упустили ситуацию, тут у вас вот там протестное настроение. Поэтому, я что предлагаю, я вам сказал, что мы будем добиваться поддержки, вы можете добиваться свой. Если нас вызовут и скажут, вот там жители так. Вот вам говорю и там скажу то же самое. Да, мы прислушались к жителям, но я, например, не считаю, что вы будете выполнять те требования жителей. А давайте мы их, по крайней мере, это не требование, это всего лишь предложение. Мы ничего не требуем. Ну, предложение. Мы даем предложение в разной степени разумности. Я предлагаю сделать так. Вот. Они не с потолка взяты, они проработаны. Виталий, среди специалистов, среди специалистов никто не сказал мне. Я же сразу говорю. Вопрос. Вот все, что вы обсудите. Написали, вот напишите, предложение. Да. И мы свои. Мы же тоже не можем их вот там решением совета принимать, да? Нет, не можем. Не можем. Конечно. Мы направляем эти предложения от совета. Вот депутаты поддержали предложение разработчику конкретного проекта. И просим рассмотреть и дать нам ответ. Вот честно говоря, вот приглашение его сюда, хотелось бы, чтобы он нам здесь по ходу какие-то вещи разъяснял. Как разработчик, как специалист. Не приехал. Это показывает отношение. И в том числе отношение. Как будто первый раз. Александр Александрович, в этой ситуации мы для себя просто должны принимать тогда решение, что, грубо говоря, вот мы для себя, привлекать внимание к этой ситуации. Мы для себя, Павел Алексеевич, приняли решение, во-первых, в первую очередь с вами обсудить этот вопрос, сказать, какие мы предложения даем, послушать ваши, если вы даете, их объединить и отправить. Ну, в целом, давайте по этой части, получить ответ. И, по крайней мере, мы уже потом будем с открытыми глазами рассчитывать, что нас будет. Виталий, а вы можете вот то я переработаю, самое, добавлю. То же самое адаптировать к поселению внуков. Да, конечно. Потому что это от района. Здесь суть века. Вопроса, да. То же самое Павел можно Алексеевич прочитал, можете взять, я потом еще пришлю тогда на почту. Показывали узлы, которые мы не можем, должны с которыми согласиться. Если мы вот этот узел, вот эту связку оставляем, это значит, что мы их запускаем вдвоем. Нет, там ситуация. В район смысла не будет заезжать сюда. Потому что вот эта дорога, она будет более свободна, чем через улицу. Александр Константинович, есть один важный момент, я здесь поддержу. Несколько районов. Мы сейчас обсуждали, почему вот эта тема развязки так связана. Потому что на встрече, которая была в Москвом архитектуре, где были, соответственно, на совещании, по сути дела, у Костина, она не встреча, как были депутаты Новопеределкина, мы вот были от жителей. Соответственно, был задан вопрос, что с левым поворотом. Этот отвечает, Лёненко наш отвечает, вот так они поедут, вот сюда. Соответственно, если возникает эта связка, всем понятно, что будут просачиваться любыми путями. И тут вот эти вопросы должны идти во взаимосвязи. Если мы их не затронем сейчас, мы упустим ситуацию в корень. Вот этот вот. Поставить здесь знак поворота направления. Но он будет действовать не только для всех. Да, но это проще. А почему не поставить знак проезд запрещен?
защищен в этом случае, смогут поворачивать общественный транспорт, а также жители, живущие в районе. А как проверить, жители, живущие или не живущие? А это будет любезно, периодически сотрудники ГИБДД могут проверять. Ну как проверить? А здесь повесят камеру. А камеры вешают в тех местах, где высокая, так сказать, концентрация нарушений. Да. Потом главное, будете оправдываться. То есть вы изначально вот не хотелось бы, не хотелось бы вот сюда автобус допускать? Вот оттуда сюда не хотелось бы автобус допускать? Мы правоприменительную практику просто представляем себе. Не идеальные условия. Она не позволяет. У нас сейчас три нарушения, решения разрабатывают. Наше предложение. Реконструкция города получить, чтобы она позволяла вот этот узел, чтобы он заработал в полной мере, чтобы не две полосы, как сейчас, вот здесь вот, по трубу внизу, а чтобы их было минимум как четыре, чтобы они могли раскручивать. Виталий, почему нам Леоненко сказал, что подъезд сюда будет через... Вот Александр потому Константинович что... говорит Александр о том, что вот здесь будет Леоненко был задан прямой вопрос. Это было здесь одним из важных. Леоненко был задан прямой вопрос. Бахерев стал, значит, вот сидел, Костин, так сказать, Бахерев, Леоненко сидел по разные стороны. И поскольку Бахерев с Леоненко не общались, так сказать, напрямую, и друг друга локтем не стукали, через Костин сидел между ними. И они на этот вопрос дали два разных ответа. Значит, что сказал Бахерев? Бахерев сказал, будет же еще станция здесь, где будет подъезд, и сюда мы в перспективе разрабатываем вот тут вот в Пыхтино, тут все приедут, и тут все закончатся. На что Костин сказал? Я вам должен сказать честно, как-то он так выразился, обтекаемо, но дал ясно понять, что продления в ближайшие 10-15 лет не будет. То есть он, поскольку общается и с мэром, он все это знает. Это было. Это было еще в феврале. 10 лет тому назад. А денег с тех пор больше не стало. Нет, было в этом. Но Собянин уже сказал. Позже, после этого, сказал, что до Внуково они ветку дотягивают. Дотягивают на деньги. Когда? Дело в том, что это говорилось еще в 2013 году перед выборами Собянина говорилось, что ветка будет. Нет. Но я не знаю, что они, что они там что говорили. На ближайшие минимум 10 лет, он так выразился, это будет конечной станцией метро, со всеми вытекающими последствиями. Так сказал. Смиритесь, он так сказал. Смиритесь с тем, что здесь будет. Да. Леоненко при этом сказал. На сегодняшний день они сейчас готовят реконструкцию городского шоссе вот в этих пределах. Тогда вот эти проекты должны идти в реконструкцию Боровского. Нам же не важно, какой титул будет. Дело в том, что они между собой не увязаны. Поэтому, когда мы говорим вот про если они не увязаны, то Леоненко говорит, это не его, не он будет этим заниматься, это будет заниматься. Хорошо. Вот этот узел. Ответ на вопрос он нам так и не дал. Он сказал, поедут через сюда, да. Леоненко. Мы сказали 1200, он говорит, 1200. И ты, если посмотришь, 1200 машин в час имеется. То, что они предлагают, съезд какой. Это на утренний час. Это ничто. Это максимальная пропускная способность. Посчитайте население, посчитайте, сколько отсюда поедет, и посчитайте теоретически, сколько на ТПУ Рассказовка хотят заехать. Они все должны на этом круге встретиться. Понимаете? Меня в чем собака. Сейчас больше волнует даже не это, потому что вот здесь это раскрутить транспорт возможно, потому что здесь все дублеры. Вот единственное волнующее шоссе. А это все дублер. Сама основная Боровка, она уходит вверху, она не будет участвовать. Вот что беспокоит, вот сама территория транспортного пересадочного угла. Конечно. Вот там должны быть и автобусные стоянки, и все. И когда они говорят, вот этой территории будет достаточно, правильно. Есть будет, не такой, как сейчас, естественно. Так сейчас его и нету, он же здесь запланирован какой. Он маленький запланирован. Его планировали только для микрорайона. Конечно, в этом-то и проблема. Сейчас, он не рассчитан на сейчас вот это. Есть проект ТПУ. Есть. Там одно жилье, а там транспорта нет. Есть. Вот эта вся часть транспортное жилье, они сюда хотят. Но опять, хватит ли? Но конкретно-то нет здесь. Что? Они ее просто в целом отдают, а проектирование, я так понимаю, концессионеру отдадут. А он на этом сэкономит. Я правильно понимаю расклад? То есть концессию за 75 миллионов, как написано, у них 700 машиномест там стоят, 700 машиномест. Наверное, не в одном уровне. Но машиноместа ладно, автобус. Автобусов здесь будет много, так как это конечно. Примерно так, как
сейчас в Саларьево идет. Да. Вот. Вот для автобусов здесь мало. Вот если бы они эту площадку отдали для автобуса. А автобусы не смогут на свою площадку проезжать, которая у них сегодня здесь находится? Непонятно, как они сюда будут проезжать. В общую очередь, вот отсюда автобусы, которые будут обслуживать конечную станцию и развозить пассажиров дальше, они все проедут через эту развязку. Но развязка, если ее сделать нормально, они проедут без проблем. Было бы здесь. Это нельзя уже сделать нормально. Ее можно только сделать вторую дополнительную. В этом и вопрос. Этот-то вопрос и обсуждался. Подожди, ну как? Ну вот так вот. Вот они положили. Не могут этого сделать. Вот этот же вопрос и задавался. Что там места нету? Нет места. Вот так через как это нет? Сама схема вот эта кругового движения, поймите, она пропускает 1200 машин в час. И это вся пропускная способность круга. Все выезжают на круг. Так, кроме тех, теперь, кто идет сверху. Теперь обожди. Все хорошо ты говоришь. 1200 машин в час. Сколько сейчас на этом кругу машин в час? Я не знаю, сколько. При этой развязке. Весь район. Что? Александр Константинович. Да не все же поедут сюда. Александр Константинович. Мы говорим, что делать. Этот круг. Вы же сами все прекрасно знаете. Секунду. Вот этот круг сделан для выезда отсюда, в том числе. И, соответственно, как только метро закопают, эту дорогу откроют. А эту, вероятно, даже захотят закрыть. Не захотят, они ее уже не нанесли. Смотри, схему. Как закрыли? Нет, секунду. Там. Нет, давайте по факту. По факту там сейчас обслуживаются пассажирами и так далее. И мы хотим, чтобы так осталось. Мы же не против. Нет, мы предполагаем, мы опасаемся того, вот, что эту дорогу вот, закроют. Вот на сегодняшний и тогда все кинутся день сюда. Я буду поддерживать двумя руками, если вы напишете вот эту реальную вещь, чтобы остался выезд конечно, на Латинскую и Федотинскую улицу. Мы это тоже поддерживаем. Мы это тоже. Но да. Вот гляди, вон она. Его там нет. Так это вообще не. Там вообще ничего нет. Извините. Вот давай ничего не найдем. Это, да. Здесь тоже нет. Нет, здесь не предусмотрена связь, а вот переделки на СТПУ. И жители ПВ. Ну, там же жители Новопеределкина против. Не жители, а один конкретно Макарин. Нет, есть ряд людей, которые были настроены. Я говорю, а почему вы? Вот то, что жители Новопеределкина против, вы это учитываете? А то, что мы обращались к вам, вы это не учитываете. О чем мы и говорим? Публичные слушания прошли в Новопеределкино. Там, извините, Макаренко вякнул, хотя его освистали. Есть запись, это все четко есть там, когда он начал. Вот с этим. Вот. А у нас не провели здесь. Ни в коем случае нельзя. Вот в чем несправедливость-то глубокая. Они здесь предусмотрели другой подземный переход. Ну, а это и недостаточно. Все. Недостаточно, я согласен. Недостаточно. И почему у меня второй момент, когда они нам говорят о едином пространстве города Москвы, почему они два микрорайона разделяют фактически Берлинской стеной? Мы тоже против этого. Да. Это был один из первых аргументов. Вот с этим. Знаете, какая социальная напряженность между жителями Новопеределкина и Переделкина в Рижне? Да реально, что сделал Макаренко? Он натравил фактически людей. Вот, люди. Действительно, это глава Совета депутатов Новопеределкина. Это коллега Александр Константинович, если можно так сказать, по ту сторону границы западного округа. А кто нас будет любить, если мы их не поликлинику нагружаем? Это да. Переделкино. Это проблема. Все, Переделкино ближе. Это поликлиника города Москвы. Подождите. Сейчас вопрос не поликлиника. Давайте иначе. Поликлиника западного административного. У них идет разговор. Когда они... Мы говорим о обозленности. Если вы хотите в одно лицо говорить, это будет монолог. Давайте я вас послушаю. Мы сейчас не об поликлинике. Значит, о чем мы говорим? Конкретно. Мы здесь сейчас много вопросов, кроме был разговор о том, то, что обозляются. Да. Почему бы им на нас не обозляться, если мы им хорошего ничего не даем, кроме нагрузки на их поликлинику, как детскую, так и взрослую. Мы только нагружаем. Мы сейчас не конкретно о поликлинике, ничего а конкретно о дорогу. Подождут, только, пока давайте, она на поликлинике еще много спорных вопросов. Вы сказали про обозрение. Вы сейчас на службе. Ну ничего страшного, обозрение. Давайте мы не вопрос будем. Да. И на я прям летать начну сейчас от этой легкости. Нет. Вопрос только в одном. Вопрос в одном. Виноваты ли в этом жители? Вот. Жители дело о чем? Дело о чем? Проблема в том, что если мы говорим про искусственное стравливание, мы-то чем должны быть на них озлоблены?
Значит, я понимаю... Да, не, она никто я понимаю Макаренко. О каком стравливании тогда идет разговор? Объясните. Собственно говоря, он не хочет, чтобы наши проблемы навешивались на него. Потому что они говорят, этот узел не работает, выезд. Да. Этот узел практически не работает, выезд. Здесь выехать. Совершенно в этой части можно, понятны. И получается, вот. Понятны сомнения. И получается, что когда когда они говорят такое, я говорю, подождите, ну вы же говорите, вот когда все эти работы сделаются, Боровское шоссе будет нормально функционировать, продвигаться. Люди спокойно будут ездить. И вот транспорт с этого микрорайона, он, по идее, не создаст больших проблем. Конечно, если будут другие выезды, конечно. Если будут. Сейчас это единственный выезд, это дорога жизни, проблем. Можно сказать. Александр Константинович, вот. Особый цинизм ситуации, с нашей точки зрения, следующий. У нас есть фактически ладошка. Что под предлогом отгородиться Берлинской стеной, как вы сказали, от соседей, фактически, от жителей одного района, вот этот транспорт, он-то попадает в Новопеределкино, а нет, этой нет, попадает. Да, посмотрите, нет, посмотрите, нет, вот все же эти въезды. Весь нюанс в том, что, вот, весь нюанс гадость, в том, что вот, единственный выезд, единственный выезд. Вот я смотрю эту схему. Конечно. Я смотрю эту схему. Глупость невероятная. Здесь не будет пересечения в одном уровне. Возможность въехать сюда и повернуть направо. Вот на этой транзитной дороге, ее уж по-другому не назовешь, это все въезды. Нет, левый поворот здесь предложен. Здесь будет левый поворот. Здесь светофоры, они в схеме утверждены. Их просто они не нанесены. Я вижу эту вот схему. По вот той схеме. Ну, да здесь ничего не нанесено, подожди, Александр Константинович. Я не вижу здесь левого поворота. Александр, я тоже не вижу. Дело в том, подождите, здесь не обозначено движение транспорта, здесь не обозначены светофорные объекты. То есть мы додумали. Светофорные, нет, светофорный объект, вот то постановление Собянина, планировки территории, утвержденное, в нем и есть этот светофорный объект. Подожди, где это постановление Собянина, утвержденное со светофором? Секунду, вот оно. Давайте найду прямо вот прям по тексту. Найду сейчас. Тогда зачем этот проект, если там все это есть? Не, секунду. Речь как раз о том, что они должны были принести более подробную схему, а они принесли еще менее подробную схему, чем уже есть ППЛО. Вот она. Тут вопрос, ППЛО. Кому? Мы сейчас не будет. На слушаниях. Да в том-то и дело, мы должны свои замечания если бы они что-то. Должны были принести на слушание, это да. Тут никто никому ничего не должен. Нет, должен, не должен. Вы не совсем понимаете просто. Статус, да? То есть вы говорите, обошли закон, да? Мы сейчас находимся, да? Там, вот им добровольно дали бумажки какие-то, да? Которые не несут смысловой нагрузки. Мы добровольно занимаемся болтологией на добровольных началах. Опять, ну, как бы, можем не заниматься. Мы обсуждаем то, что они принесли. Просто понимаете, в чем дело? Этот проект по определению уже более проработан должен быть, чем это. В логическом смысле. Не в смысле юридическом, а в логическом. Вот смотрите. Вот проект, на основе которого по закону разрабатывается вот это. Вот здесь показан левый поворот. Сюда. Вот он. Вот видите, светофорный объект, который объединять будет на самом деле и вот этот въезд. То есть он вот такой вот комбинированный. На Лукинку идет, дальше на скульптора Мухина идет. Значит, один светофорный объект. Дальше на скульптора Мухина светофорный объект пошел. И дальше для Новопеределкина проблема в следующем. Вы будете смеяться, но на Боровку тоже нет съезда левого. Это мы об этом говорим. Здесь вот то есть все эти машины попрут через улицы, они даже не на Боровку выйдут. В чем проблема-то? Вот он тут съезд. Нет, куда? На Боровку в сторону центра. Мы же говорим... Александр Константинович, мы же говорим точно. О продолжении вот этого направления. Пардон. Мы же говорим о том, что это будет основное. Вы же понимаете, как автомобилист, что ездить-то сюда в основном будут. Сюда будут, но редко. В основном? Ну вот отсюда мы обсуждаем вот этот кусок. Даже не вот тех. Не буду. Каждый будет ездить своей дорогой. Говорит, что это будет основная, не основная. Но вы же понимаете, в чем. Я понимаю. Я если тогда, вы говорите, что сейчас, это, три дороги это всегда лучше дорога. Одной. Да. Мы возвращаемся к разговору, что на эту дорогу отсюда заходит одна полоса. Далее. Кто здесь отсюда к нам пойдет? А кто здесь пойдет? Это с области сюда будут уходить? Есть расчеты. 900 машин в час. Ну, это с области будут уходить.
Это... То есть вот сюда будут нагружать. Вот здесь вообще 100 и 200 машин. Да. Вот сюда, сюда. Ваше мнение, лично ваше мнение. Мнение такое. Если бы вот этой части не было, здесь была бы нагрузка порядка 1000 машин в час. Она бы дублировала Моковское шоссе, сняла бы с ней нагрузку. В этом смысле польза от вот этой дороги была бы. Вот таким образом она бы вышла, и здесь она выходит на скоростную. Вот эта дорога, она не выходит даже на Боров. Парадокс. Да, можно выйти так, допустим. Но вот так вот точно нельзя выйти. Переделки на ближней сюда тоже не может выйти. То есть где же, я извиняюсь, яйца? Только придется объезжать и выходить вот через Мичуринец. Ну это вообще... Это идиотизм. Еще раз, здесь нагрузка будет... 120-200 машин. Можно давайте это сформулируем конкретно. О том, чтобы здесь сохранился выезд. Сохранить выезд, да. Вот, каким образом? Либо заглубить. Заглубить. Не надо, не надо вдаваться в подробности. Почему? Потому что... Если мы просто пересечение здесь будет светофорное, то это не решит проблем. Да они не пойдут, они на простое светофорное не пойдут. Оно уже заложено светофорное, вот же оно. Они не пойдут. Если будет пересечение. Вот, подождите. Светофорное пересечение есть. Въезд есть. Мы говорим, въезд по факту есть. Ну, сейчас есть. Светофорное они планируют. Какие проблемы? Никакие. А на проекте он перекрыт. Но я тебе скажу, здесь почему им углублять выход, если будущее будет это трамвайная линия, да, скоростной трамвай, то тогда она будет пересекать этаж. Давайте не будем углубляться в подробности, да, потому что это реально, это может быть сложный момент. Я еще одну вещь. Но задачу надо поставить. Почему я? По поводу выемки, может не получиться. Сейчас я скажу почему. Значит, вот когда вот этот вот вопрос с гаражниками решался, когда им выделили вот эти вот клочки, по сути дела, строго, и они под это дело вписывают свой 11-этажный паркинг, я не шучу, они 11-этажный. Это проблема. Им разрешили, да, им разрешили. Технически, ну, возможно. Вот, если углублять, это означает некоторые откосы в грунте, а угол в грунте, там есть определенный угол в грунте, который нельзя превышать. Если, грубо говоря, делать углубление, то может поплыть фундамент. Ну, как бы вот, чтобы мы на этом не настаивали. На этом участке делать, где, в принципе... Ну, поймите, чтобы мы не настаивали на этих решениях, они нам просто свяжут руки. Да, не хочу настаивать. Ну, вот, тут видишь, да? Да, это уже все будет. Это нас. Это нас. Вот все это было уже. И когда я тебе говорю, когда первый раз начинали это обсуждать, да, он же согласился. Он согласился, что примерно до этого уровня, вот, где въезд выезд идет. А дальше пошло постепенно повышение на эстакаду. Вообще, в принципе, просто если мы сейчас. Я могу согласиться с тобой, отдать им решение этого как технически. Вопрос в том, что оставить выезд. Это вопрос принципиальный. Как сделать это лучше? Это вопрос уже проектировщика. Вот у меня вопрос. В этом месте почему бы не сделать прямки на дорогу, которая над Переделкино будет, над ЖД проходить? Так есть, она... Смысл, мы выезжаем прямки сюда. Вот они коридор закладывают. Объясняю, какие прямки. Да? То есть мы выезжаем на Лукинку, едем по Лукинке по всем светофорам, доезжаем до Переделкино. Долго, нудно. Почему бы не сделать отдельную дорогу, она здесь вполне проходит, которая соединится с эстакадой над железнодорожным переездом. Ну так могу предположить, что эстакада над железнодорожным, она и так уже выходит на Лукинку. Она и так выходит. А для чего она вам достаточно на Лукинской улице? Для чего? Там находится у нас по дороге к Переделкино раз, два, три как минимум светофора на данный момент находятся. Да, то есть если здесь сейчас делают что-то, что бы не сделать. Михаил, выскажу предположение. Эстакада ту сторону сделана по одной полосе в каждом направлении. Более того, радиус закругления очень маленький, да. Поэтому ограничение скорости будет 30, скорее всего. По-моему, оно уже есть 30. Я предлагаю так. Можно посчитать пропускную способность, вы поймете, что это эстакада, это не авто. Мы понимаем, что она есть эстакада уже по факту. Нет, вот это вот нереально сейчас обсуждать. И сюда обсуждать
Смысла нет. Тем более это западный опыт. Предложение. Это даже нерационально. Предложение, чтобы выезд оставить. Выезд обязательно должен быть здесь. И решить вопрос с выездом, въездом на ТПУ. То есть как бы необходимо. Ну давай мы напишем решить вопрос, только не будем говорить как. Конечно. Да, вот да, и все. Нет, вот это предложение мы можем сделать. Когда мы начинаем свои дополнительные согласны, а дальше если они готовы будут в рабочем порядке обсуждать. У нас есть проработанные предложения. Мы не будем на них настаивать, если они их начнут прорабатывать. А если они скажут, идите нафиг, это невозможно. Просто люди живут в этом районе, они ходят сюда отдыхающие. Если все прикроется, то как они будут жить здесь? Ну, нет. Это получается вообще одна дорога и все. А и все ради чего? Ради того, чтобы вот этим людям, я не знаю, не ради чего. На мой взгляд, обывательский взгляд, это очередная схема для очередного отмывания определенных сумм. Вот и все. Потому что люди предлагают конструктивные решения. А предлагается удлинение, увеличение бюджета, и что давайте запишем. Мне не надо записывать что-то. Вот эту вот историю, да, по дороге, да. Давайте запишем, Так они задохнутся еще больше, если вы не понимаете, что делать. Ну так мы об этом и говорим. Они же представили проект, который только хуже делает. Поэтому мы и выступаем. Но что они сегодня делают? Они сегодня очень интенсивно доставят от Киевского шоссе до Коммунарки. Интенсивно. Даже не так на дорогах видно, а там между дорогами там уже много чего построено. Из-за Коммунарки. Мы немножко с краю этого мегапроекта. Поэтому нет, хотелось как бы... Как только сейчас они там это сделают, от Киевки, они перебросят сюда и пойдут. Как только они подойдут вот к этому углу, они начнут подъезжать оттуда потихоньку. И отсюда подходят. А потом, когда они подойдут, когда у них останется, то что-то будет. Они нас попросили в акту, скажут, ребята, извините. Они его не разрабатывали. Они его не разрабатывали. Это другой. Как другой? Другой разработчик. Вот у нас как идет, значит, территориальное планирование. Вот эту часть, ну и туда дальше. Значит, разрабатывается не генплан у вас будет, а эту часть территория, ну другая. Может, проект как ли? Да, нет. Может, проект как ли? Ну, Александр, все мы в любом случае должны в комплексе решать, потому что вот такая дорога в никуда тогда она включается. Она на самом деле... Обоснём? Когда ты говоришь, я с тобой соглашусь, не обмысленный только. Вот сегодня не приехал разработчик, который мог вот эти вещи сказать. Может быть, испугался, что мы его вот так вот начнем тыркать. У меня-то к нему просто вопрос задали, почему вы это не сделали. Он говорит, почему? А мы уже перерабатываем и говорим, наше предложение, наше замечание, наше, ну, эти требования, чтобы это было. Это требование вообще. Это было решено. Мы ему высказываем, он ничего не решит сам. Но в любом случае он может донести и сказать. Вот. Но по большей части он бы нам вот эти вещи разъяснял. Вот будет здесь светофорное движение или нет? Будет здесь, вот как в этом месте будет развязка? Светофор тоже. Или светофор, да. Светофор, да. Или, а вот гляди, велосипедная дорожка уходит под низ. Я не знаю. Может, ее просто так показали. Может быть, нет, это скорее всего. Может быть, просто так показали. Но хотелось бы услышать от того, что разрабатывает. Но он бы не сказал, конечно, по этому выезду. Это не его проект. Но все равно, как замечание, мы это будем давать. Потому что они же говорят, что это будет здесь вот так же все красиво разрисовано. Зеленая дорожка между трамваем и трассом. Это будет очень сложно. Делать это. Вот.
Где велосипедист? А нет, преисподнюю. Или возносится в рай в зависимости от его. Так а в метро, по-моему, велосипедные дорожки сделали. В метро велосипедные дорожки сделали. Спускаешься и отдельный туннельчик для велосипедистов. Хорошее предложение. Я не против. Там хоть зимой можно будет спокойно. Здесь обязательно нужно добавить. Вопрос следующий. Если они делают это без решения этого вопроса, то они фактически не дают возможности его решить адекватно. Они вот так вот это все делают. Как они могут не состыковывать? Они фактически сюда уже что-то подсоединяют, а здесь вопрос не решен. Он в любом случае, так сказать, важен. Это они опять хотят нас объегорить. Будем надеяться, что нам что-то удастся все-таки в свою пользу. Я думаю, что потом следующий этап кто-нибудь принесет и эту часть. Вот смотрите, было правильное замечание, что говорить вот об этом въезде без привязки к этому, чтобы это движение было развязано, это значит, по сути дела, открыть дорогу транзиту, который будет приезжать через сюда. То есть мы же из хороших побуждений должны связность обеспечивать сюда и сюда.